mr.toast. Ну что там такое? Здоров, ребят. Ну что, мы продолжаем проходить Dark Souls. Это у нас будет вторая серия. Здорово, Тостер. Что ты там такой нетерпеливый? Что там такое? Ничего такого. Все четенько, как по часам. Все норм, все работает, все есть. Вовремя запустили стрим, все ништяк. Вот. Значит, что? Прокачал я, так сказать, персонажа. Выбил то, что мне надо. Собрал то, что мне надо. Сейчас пойдем крушить боссов в костюме имбы. Я надеюсь, что не будет страданий. Потому что мне выпал неплохой дроп. Короче говоря, я вот намутил себе такого пеликана. Я выбил алебарду черного рыцаря. Я выбил щит черного рыцаря, который, как мне говорили, что он не дропается. Но он дропнулся. И вот такую вот башку свиньи. Давай посмотрим. Я еще тут взял колечко, которое, возможно, кажется, надеть. Ну, посмотрим по весу, короче. Так. Наручи. В принципе, скорость особо не меняется. Дальше смотрим, что я могу еще напялить. Сейчас мы еще и приоденемся, походу, да? Кожаные сапоги, юбка. Балерские. Ложись спать, сегодня в ночь вторая. Угу, хорошо. Балдерские поножи. Ну, давай попробуем. Так, по-моему, скорость изменилась. Да. А вот поножи уже все. Хана. Поножи уже не лезут. С трусишками. Видимо, трусы тяжелые. Ну окей. Давай тогда кожаные обычные оденем. Как-то так. Вот это вот кольцо я выбил. Кольцо Хавела. Оно позволяет на 50% сократить массу твоих вещей. Задолбался я качать эту алебарду, чтобы взять ее в одну руку. Пришлось пофармить до хрена душ. Я прокачал себе 32-й левел. Фармил души примерно часа 3, наверное. А вот. И, соответственно, набрал себе еще человечности до кучи. Человечность тоже падает. Ну, пусть не так часто, но она все равно. Ее можно тоже нафармить. Так, значит, у нас 25 тысяч душ. Понятно. А, да, надо с ним еще потрещать, по-моему. Я вот с этого старта я еще с ним не базарил. Ну, я приткнулся на препятствие, точнее, ворота, они даже не думают открываться. Сколько бы я ни ждал, а ждал я долго. Так я и сижу, обдумываю, так сказать, варианты. Ха-ха-ха. Угу. Понятно. Мы чуть с ним не засосались со своими здоровенными вот этими вот хреновинами на башке. Кто-то с двуручкой бегал, я смотрю. Ну, проказник какой. Но щит как бы такое. Такое. Он, в принципе, так... У него статы такие, ну, не очень. Он сам по себе тяжеловатый и особо защиты не имеет. Давай, наверное, левелок-то себе качнем. Девольфо от bmd.gg. Здорово, Вольф. Доброго времени суток. Ай, стой, чё это я с ним разговариваю? Все, что надо, в принципе, я у него купил. Мы, наверное, себе выносливости бахнем. Или ловкости. Давай, наверное, ловкости. Новый уровень. Ну вот не 18 сделаем, а давай 19. Пойдет. И выносливость можно, ну, на 15-ку, да? Хотя нет, блин. Надо, короче, душ оставить на кольцо. Там колечко у одного мужика после горгулей забавное продается, которое от отравления спасает. Человечности, в принципе, сейчас хоть жопой жуй, можно практически любой костер возжечь, чтобы 10 фляг получать. Ладно, пойдем горгульям, надаем по щам. Сейчас я покажу, насколько мощная алебарда. Я, кстати, ее заточил на 3+,
еще к тому же. У меня сейчас урон, короче, за подачу, по-моему, что-то около пятихатки. То есть можно так мотать народ, что полный пиндык. Она еще алебарда бьет через стенки, через всю хурму эту рубацкую. Он просто хуяк. Пробивает щиты в этих гопников. Ну, типа того, короче. Сейчас посмотрим, сколько она будет сносить у этих, у горгулей. Мне вот, кстати, интересно, можно ли бэкстеп сделать? Бэкстап. Бэкстап сделать, короче, вот этим вот, вот этой вот алебарды. Вот эти вот рыцари кладутся с одной подачи. Блять. Тороплюсь. Получил пизды маленько. Давай. Поискусим чуть-чуть. Их ничего не упало. Ну, что-то валяется, слушай. Балдерский доспех. Как бы сет балдерский, вот этот вот я уже, в принципе, себе раздобыл. Но веса особо не позволяет. Он тяжелый. Да-да, я понял. Хуяк. То есть алебарда тут практически имба, как бы. Особенно ее надо заточить на 5 с плюсом, но это чуть позже. Так, что-то замет какой-то, я не вижу, что происходит. Бля. Они у меня стамину сейчас сбивают. Чуть не отъехал, блядь, на этом повороте. Давай. Флягу, кстати, я себе тоже качнул. Фляга плюс один, короче, добавляет сейчас. Ну, в принципе, я думаю, всего то, что в данный момент имеется, этого хватит на то, чтобы запинать просто, как щенят. Горгулей, обе штук. Поехали туда. Так, у меня ту-ту-ту-ту-ту, ну, вроде все. Кольцо, в принципе, я не буду напяливать. Ладно, поехали. Далеко от выхода убегать не буду. Вот где-то тут. Ну, как только катсцена пойдет, тут же и стоять надо будет. Ладно, это все видели. Черт, я врыл, осранный урод. Далековато. Не могу пока определиться с расстоянием. Да, я понял, да. О, просто один удар у нее сносит половину. Только надо не забывать то, что ее удар у меня сносит тоже половину. Махаем Эстуса. Так. Да, я и отъехал. Этот щит хреновенько защищает от огня. Ну ничего, сейчас придрочимся. Это примерно по одной горгуле мне надо ударить примерно 3-4 раза. Ну и по второй парочку. И они как бы будут уже офнуться, короче. MR.Toaster. Ты на огонь, то не прыгай. Да, ну видишь. Они тут встали как-то одна за другой. И одна горгулья сильно стамину сносит. Тем самым я не могу нормально и треснуть. Ну ничего. Это надо просто привыкнуть, короче, к ним. Я побегаем раз пять. Замочу. Ну вот, а мечом с дракона, который валится, надо этого рыцаря раз, наверное, 2-3 точно ударить. А тут просто вжух и все. Так, ну давай, поехали.
Блять, вот это, я тороплюсь. О, 4 сразу. Кому-то даже 526. Блять, урона прилетело. Они до меня хуй добегать успевают даже. Алебарда как бы это мощь. Но она немножко неподвижная и довольно-таки тяжелый инструмент. Она там что-то весит вообще чуть ли не половину всего моего веса. Ну, лута, который на мне присутствует в данный момент. Она там что-то 13 килограмм весит. И чтобы просто ее одеть, короче, надо... Типа... Надо до 32 левела прокачаться. А это очень дохрена душ. Это примерно где-то около сотки душ надо. Я вот что думаю. Может напялить ее в одну руку? Точнее, в две руки. Так-то у меня урон еще больше будет. Давай попробуем. Гаргуле надо за хвостом держаться. Сначала мы возьмем свои души. Так сказать, отогреем. О! Падла. Половину. Половину сшиб нахрен просто. Готово. Сосем Эстуса. Добиваем вторую. Да, блядь. Ну, они же еще прыгают. Кто бы мог подумать. Да, бля. Давай быстрее. Долго пьет. Еще подача. Ну, чуть-чуть. Готово. Вот так вот. Просто гаргульи улетели две штуки с четырех ударов. Та-дам. Двойная человечность. Это так, бонусом пойдет. Я тут их еще подзаработал. Где они тут? Ну, это так, на черный день. В принципе, в данный момент, сейчас мне человечности не обязательно дохрена иметь, как бы. То есть у меня получается 5 штук, 5 человечности, но это так. Если вдруг что-то понадобится фармить. Пока это не нужно. MR.toaster. А нужен ли этот щит? Ну, так, знаешь, допустим, вот от мелочи всякой прикрываться. То есть тебе в ебло подача летит. Прыгнуть вдруг не успеваешь, лучше щит поставить. Я как бы и качнулся как раз более-менее универсальную такую тему, как бы. То есть, если не успел, щит поставил. Если вообще надо пизды раздавать, хуяк схватил в две руки. Вот и все. Можно было вообще типа 32 левел не качать и просто как двуручку алебарду носить. Но так всасываешь больше урона. Поэтому лучше подэкономить. Так, брякаем, короче говоря, мы в первый колокол. Их таких два. Смотрим, капцану великую. Второй колокол у нас в подземелье, там, возле прокаженных. Там, где очень сильно травят. Там все тебя травят. Там даже, по-моему, в этой локе нахождение тебя травит. Но там можно нафармить ящерок. С помощью которых можно охрененно качать. Ну, то есть затачивать свое оружие. Оружие, видимо, и броню, я не знаю, броню можно вообще тут усиливать, или она просто по дефолту то, что есть, то и есть. Не знаю. Это потом посмотрим. Ну, а я купил ящики с инструментами у кузнеца для починки, для этого, для ремонта, так сказать. И для... того, чтобы самому самостоятельно прокачиваться, а не идти к этому кузнецу. Забавлял всегда вот этот мужичонка. Он такое ощущение, что стоит, то ли обнять меня хочет. Тостер. А чё колокол дает? Колокол — это у нас сюжетная миссия. Нужно по сюжету бахнуть в два колокола. Один вот здесь наверху, в церквушке, а второй внизу. И дальше как-то сюжетка будет типа развиваться. Я говорю, чувак угарный. То ли он обнимашки, короче, собирается делать, то ли в Т-позе стоит. Почему именно такая поза, я не знаю.
Приветствую тебя. Меня зовут Освальд из Карима, продавец индульгенции. Ты мне друг. Я тебя от души приветствую. Желаешь ли ты исповедаться или же обвинить кого-то? Ибо все грехи в моей воле. Камень очищения. Ослабляет и снимает проклятие. Ну, пока это, по-моему, не особо надо. Но если что, мы к нему можем сбегать. Отображая список виновных игроков. Это не то все. Это тоже не то. Талисман. Но я вот не знаю, нахрена он нужен. Не в курсе. Так, вот. Кольцо. Повышает сопротивление кровотечению. Это пока не надо. А вот кольцо ядовитого укуса повышает сопротивление яда. Вот что нужно. И оно, блядь, стоит 15 штук. Жертвенное кольцо. Ничего не теряется после смены, но кольцо ломается. Одно кольцо у меня такое есть, но это типа... Когда ты понимаешь, что тебе пиздец, как бы, то лучше его напялить. Вот это мы берем. Вот это я пока не буду покупать, что-то дороговато просит мужик. Ну и собственно все. Так. Мабабабум. У нас их два. Кольцо с темным камнем. Усиливает защиту, когда мало здоровья. Да, в принципе, пока мы, наверное, его повесим. Но если что, сопротивление ядом надо иметь в виду, то что мы его потом напялим, оно пригодится. Так, сейчас мы что? Мы можем пойти сразу вниз, ломать монстра. А можно в лес, короче, и... бабочку замочить. Не знаю. Ну, в принципе, тут разницы никакой, поскольку последовательности боссов мотать. В принципе, до лета ближе. Можно так сделать. А можно пойти демона заебашь. И уже двигаться. Давай, наверное, все-таки... бабочку, мы пойдем заебением в лесу. Темно-синим. А, эти уже дохлые все. А в лесу я немного пошакалил, потому что мне нужно было выбивать алебарду. У меня с 10 в человечности... с первого рыцаря вообще ни хрена не дропнулось. Ну там осколок титанита. А со второго рыцаря... MR.Toaster. Go в лес за грибами. Ну погнали в лес. В лес так в лес. Разницы никакой. А вот. С первого, короче, у меня рыцаря вообще ни хрена не упало. Когда я рестартил игру. А вот. Со второго рыцаря у меня он вообще как-то странно. Он сам по себе подох. И с него дропнулся вот этот щит, который, как говорилось, он типа не дропается. Все, он дропается. Посмотрим, можно ли усилить оружие. Наверное, нет. Что для этого надо? Мерцающий титанит? Нет, наверное. Достаточно материала. А что надо? Наверное, ящерку надо или парочку завалить. Тогда, наверное, получится качнуться. Так, у меня еще 13 тысяч есть. Давай, наверное, силу бахну. А то что это мы с пустыми душами бегаем? Неиспользованными, так сказать. Все равно... А, подожди, не тут. Я все что-то думаю, то что у кузнеца надо качаться. Берем, короче. MR.Toaster. Два титанита было написано. Так. Давай силу еще на разок. То есть, чтобы один раз. Ну, то есть, 32 левел, это нужно 9800, по-моему, нужно было мне собрать. Или 9600 душ. То есть, прикинь, до 32-го. Поначалу-то оно дешево стоит, а потом нужно десяточку фармить, допустим, чтобы просто один левел себе поднять.
Вот, пожалуйста. Короче, мы помчим в лес. Нужно еще как бы тресатник где-то душ, чтобы купить какое-то кольцо и какую-то секретную там дверь открыть. Это в лесу. Здесь был демон, короче. Я дал ему пизды конкретно. Улетел он примерно с 5 подач, который тоже иногда бывает ваншотит. Поковырялся я немножко с ним. Ну ничего. С него там то ли какой-то борзый титанит, что ли, упал, то ли что-то такое. Ну, в общем, немного. Больше страху нагонял, короче. Так, вот тут у нас вот эти вот растения, довольно такие шустрые. Аккуратненько себя ведем. О, даже растения просто отлетают с одной подачи. Короче, на изи, на изи. Будем учить, как говорится, тактику босса. О. Хреновенько видно этих ребят. Заросли фиолетового мха. Какой-то мох, короче, тоже дает противоядие. А какой-то нихуя. Я не помню. Тут, короче, дропается с них фиолетовый и синий, по-моему. Не знаю, что к чему. Какой именно нужен. Пока просто не сталкивался особо с ядами. Там, крысы на мосту меня пару раз грызли, но я успевал добежать как бы и похилиться. Точнее, просто, ну, до костра добегал. О, а я его, блядь, не заметил. Сейчас бы он как дал мне пизды. Но я ему дал бы пизды быстрее. Так, все, окей. Да, никак. Ага. А тут у нас, короче, по прямой прячется секретный костер. Мы его сейчас возжжем. Алекс Л. Ахаха, ща будет боль. Ты ж мне... Здорово, кстати. Я думаешь насчет бабочки? Вот здесь вот, короче, чтобы вот эту дверь светящуюся открыть, надо кольцо за 30-ку купить. Это потом, наверное. Я думаю, что? Для начала я разожгу костер. Давай. Обратить опустошение. Все равно, как бы, человечности это дохрена. Баста, карапузики. Возжигаем его. Хорош. Теперь тут дропается тоже 10. Ну, не дропается, точнее. Тут восстанавливается 10. Ну, вот там, короче, у нас валялась душонка. Я ее уже подобрал. Но там три этих, три растения. Они могут, кстати, окружить и конкретно надавать пиздюлей. Здесь нужно 30-ку. Бей, кузнец. МР. Алекс Л. Кинопридиры, привет. Короче, чтобы вот эту дверь открыть, надо кольцо. Заперто при помощи устройства. Ну, пока 30 косарей у меня нету. Я не знаю, надо ли вообще его открывать. Ну, скорее всего, надо, что. Пошли, пошли смотреть, куда можно пробраться. Тут у нас, по-моему, по правую сторону, да? Да, по правую, там такой серпантин, короче. Там, где я у рыцаря отжал алебарду, там есть один проходик. До свидания. Фармим, фармим мох. Пригодится. Сейчас побегаем там по лесу еще тоже. Големов полупим. Вот тут вот чувак любит выскакивать, да, вот на этом повороте. Хитрый какой. Заросли. И там можно, по-моему, одного сразу бахнуть, чтобы он за нами не бежал спиной. О, товарищ, давай. Лоп, лоп. И все, понимаешь? Тут особо и больше ничего не надо. Главное нормально прокачаться, короче. Ну, плюс еще, естественно, знать тактику босса. Боссы типа разные, тактика у них типа разная.
А там вот внизу, короче, где у нас... Вот, блин, башка мешает. Жирноголовый. Ну, опять плохо видно. Ладно, сейчас покажу. Здесь по прямой я тут ящерку завалил. Короче, вот у нас замок. А если вниз туда спускаешься, там вот как раз этот хавл носится. И я его через дверь зарубил алебардой. Потому что у нас алебарда херачит через стены, через двери. Вот. А так этот мужичок, он ваншотит просто. Я задолбался к нему бегать и получать пиздов. Думаю, что же с этой курвой делать? Оказывается, надо его просто сзади обойти. Там как бы, по факту ты как бы идешь вниз по винтовой лестнице. Вот. И он тебя просто где-то рядом с этими винтовыми лестницами обездюливает на площадке. Но если пойти через вот этот вот лес и зайти с другой стороны, с самого низа этих винтовых лестниц, то, не подходя к нему, можно дать ему пиздящик прямо через дверь вот этой вот алебарды. И тогда он вообще на изи просто. Ну, он тебя не трогает, а ты его ебошишь. Здесь я душонку собирал. Так, как бы тут пизнуться-то так, чтобы всем хорошо было? Давай, наверное, вот тут вот. Оп. Ну, чуть-чуть. Подсняли здоровечко. Вот тут у нас, короче говоря, лес. Я там еще не был. Давай посмотрим, что у нас еще дальше. Вот здесь, как правило, чуть-чуть дальше, ну, через пару метров, выбегал как раз рыцарь с алебардой. Довольно-таки жесткий, кстати, мужичок. MR.Toaster. Крысука прочее. Чего? Крысука прочее? Что значит в крысука прочее? Так, вот тут я не был, да? Травяной щит. Давай посмотрим, что это такое. Травяной щит. Кстати, по статам. По статам. Вот у нас щит черного рыцаря 68 плюс 16, физический сотка, магия 25, огонь 95. MR.Toaster. Забейте, мы ушла. Вот этот явно хуже. А рыцарский, ну, тоже хуже, кстати. Слушай, оказывается, щит черного рыцаря и от огня, и от молнии, и от магии защищает. Хоть чуть-чуть, но защищает. И стабильный 62. Короче, это самый пока борзый щит, который может выпасть. Который, как говорили, что не дропается. Но выпал он случайно. Точнее, случайно умер тот рыцарь, который его таскал. Угу. Ну, пошли сюда. Я хуй знаю, что там. Огонь. Ну, давай возжжем, короче. Зажжем его. Коль так. Но пока мы не это. Не того самого. Ничего с ним делать не будем. Хотя... Не, давай погреемся. Фляг все равно десятка. Тут далеко не бежать. Поверху налево можно тоже пройти. Я хверная. Если еще одна человечность зафармится, тогда можно будет его возжечь. Ну, чтоб тоже десяточка падала. Угу. Это лифт какой-то. Ну, давай посмотрим, куда приведет. Что-то мне сдается, это в город нежити он тащит, ну, приведет меня. Сейчас посмотрим. Тыкворец, вечер добрый. Здорово, тыкворец. Бля, ну шапка огонь, конечно. Шапка зачет, со свиньи дропнулась. Я ей кинжал в жопу, она мне этот, как, она мне шапочку дала. Так. Доктор, где я вообще? Ну, явно где-то за замком. А, все понятно. Ага.
драконов сколько, а? Подожди. Пройдемся по тому кому лесу, который чуть выше этажом. Там потому что такая здоровенная шаболда лежит. Я даже видел ее. С нее мало что дают, но ее, возможно, с первого раза будет не завалить. Мы чуть выше сейчас пойдем. Посмотрим, где что валяется. Может быть, даже на бабочку сходим. Потому что пока к этим драконам, я думаю, рановато. Надо не торопясь, так сказать. Аккуратненько. То, что вот эти вот синие дракошки там тусуются, это еще фигня. Там по левую сторону здоровая такая хреновина тоже висит. И она как бы вам, ну, может сваншотить запросто. Так, вот давай сюда. Посмотрим, что у нас тут. Вот там вот по прямой, если бежать вот по этому краешку, там этот хавал тусуется. Через дверь, которого можно захуярить. Очень внимательно надо присматриваться. Оу. Я таких чуваков не знаю. Катанах. Иди-то туда. А друг заебени. Давай попробуем. Кстати, вот пока я его заглючила, посмотрим, сколько я ему урона могу нанести. Зараз. Понятно. Он, походу, я его не ударил. Я его, типа, не бью вообще. Правда. О, не, я туда не хочу, что пока идти. Там какая-то жопа. Я не знаю, что это за черти вообще, почему-то я их не бью. Может, я не дорос? А, где же бабочка тогда у нас? Я не помню. Лекса ТР. Я рот того вертел, начал менять башню. А термухи нет. Дефолт. Надо, я думаю, всегда, ну, как бы купить и всегда при себе иметь термопасту. Кстати, Леха, здорово. Слушай, не подсказывай, где у нас бабочка тусуется. Я что-то ищу, хочу ей пизды дать, а ей нет. Я не знаю, я забыл, где она находится. Может, наверху повыше? Там где-то проход к лесу, короче, блин, тоже. Может быть, я не там спускаюсь просто. Где у нас бабочка тусит? Я думаю, ее надо сейчас вот опиздюлить уже. Чтоб, так сказать, быть в курсе. Лекса ТР. Иди обратно до Андрюхи по левой стороне. Это там, где драконы синие, да? Туда? Самый низ, короче. Послать солнце. Ну, понятно. Лекса ТР. Не, Дандре. Лекса ТР. Угу. Кузнецу. Кузнецу. Я просто в башке проворачиваю. MR.тостер. Купил ГД-905 кубиков, 2 года живу. Кстати, Леха, вон мне дропнулся щит черного рыцаря. А 2 меча, большой и маленький, не дропнулись.
Как-то так, пришлось смутно вспоминать, где у нас можно выбить алебарду, и я все-таки ее выбил с горем пополам. Потом прокачался нахрен, чтобы ее еще одеть. Так, кузнец, вспоминаю ходы, короче. От кузнеца, по-моему, там развилок-то вроде никаких. Ладно, сейчас посмотрим повнимательнее. Лекса ТР. У щита шанс выпасть процентов 5, а то и меньше. Так вот. Имея, короче, 10 человечности, я подхожу к первому рыцарю. Ну, который там на мосту, рядом с костром. Я подхожу к первому рыцарю, даю ему по щам, с него падает титанит. Ну, думаю, заебись. Дроп не удался. Окей. Рандом, короче, неблагосклонен ко мне. Подхожу ко второму рыцарю, который возле порося, где винтовая лестница. Что-то треснул ему разок. Он погнался за мной, я начал убегать, спустился вниз. Поднимаюсь наверх, короче, и просто я забираю души, и вот этот щит. Рыцарь сам по себе взял и умер. Я его даже не ударил. Ни разу вообще. MR.toaster. Леша, как говорится, фарту мастер. Да, фарту мастер. Фарту мастер. Вот. Так вот я поднял этот щит таким образом. А, нет, подожди. Ладно. Вот кузнец. Где бабочка тогда? Тут один ход от кузнеца. Не могу, правда, вспомнить, где она. Ну и со свиньи, короче, мне шлем упал. С этим гермошлемом так и бегаем. Что делать? Правда, ничего другого не надеть еще сверху. Мне типа не хватает. Лекса ТР. КСТА. Вот вред, как человечность фармить. Ставишь знак призыва перед боссом и ждешь, когда тебя призовут для капитвы. Кстати, где-то около 7 пунктов человечности я нафармил чисто на мосту, где Виверна бегал. Виверна, блять. Ну, короче, дракон этот красный. Вот. Я просто бегал, фармил души, и мне падала человечность. Не часто, но она падала. Вот как бы и все. Вот и вся любовь. Это алебарда, да? Шикардос. Я ее на плюс 3 заточил. Со стаминой проблема. Борман Плей. Привет. Здорово, Борман. Удачного прохождения. Где у нас бабочка эта сраная? В какую сторону идти? Я вот не могу так сказать. MR.toaster. Кокрас. Но она же явно не наверху. Наверху горгульи. Попробуем еще бокстевом пиздануть. На этот гаврик меня палит. Сейчас он сюда подойдет. Хочу за бокстевить попробовать или барды. Интересно, как это работает. MR.toaster. Это тебе за виверну. Так, давай попробуем бокстебом бахнуть. Нихуя. Походу нельзя этим оружием бокстеб делать. Я не знаю. Пошли бабочку искать. Если не бабочку, то кого-нибудь другого найдем. Кстати, я что-то начинаю припоминать. Кто-то прям усиленно бежит ко мне. Может, вот этот вот?
Давай, подошел. По-моему, бабочка где-то внизу. Вон там. Блять, хоть убей, не помню, как ее искать. Но она явно не в лесу. Она где-то в другом месте. Вот и все. Вот и весь разговор. Где-то вот, может быть, она в этом районе. Но алебарда у нас сшибает щиты. Давай-ка мы эти гаврика сверху поебаем, наверное. Подопиздюлился маленько. Их типа пинать не надо. Их достаточно просто один раз треснуть. Ну и потом второй раз треснуть. Большое расстояние. Эх, не успел. Поторопился. Ударил слишком рано. Ну, в принципе, зато я помню, где демона искать. Можно его разъебать чуть-чуть. Пока я вспоминаю, где бабочку найти. Оп. Так, так, так. Вот здесь вот эта винтовая лестница, и там у нас чувачок сидел. Черный плащ. Так, не то. И не здесь эта бабочка. Где же она? Одним махом семерых убивахом. Осколок титанита. MR.тостер. А давай первому боссу по мозгам дадим? Который в самом-самом начале? Про этого? Ну, до перенесения птицы. MR.тостер. Угу. Я планировал к нему чуть-чуть попозже идти, ну типа после бабочки и демона. Причем тоже надо вспоминать, где его искать. Там надо как-то через жопу с помощью лифта туда добираться, до этой птицы. MR.тостер, которого гранатами убивают. Ну гранатами так-то и демона убивают прямо через стенку. Кто-то на него вообще только с кинжалом идет. То есть, видимо, это, ну, на любителя, короче. Я вот прям хочу заебенить его именно алебарды. Они сейчас все, по идее, плюс-минус будут отлетать. Он горгули, ёпты. В двух подач улетели. На изи просто. Так, демон вот тут, по-моему, где-то. Проход я имею в виду к нему. Тун-тун, надо искать, короче, туманное такое вот, туманный проход. Эх. Ничего, сейчас вспомним потихоньку. Ах ты, блядь. Ты дурной, что ли? Так, вот здесь.
Нет, не здесь. Там какой-то вот прям закуток мелкий. О. Демон у нас тусуется там, где свинья была. Блять. Так, а где у нас свинья была? Чуть дальше моста. Там спускаешься вниз. Все, я вспомнил. Все, я вспомнил. Я вспомнил, где демона искать. Вот сюда выше. Там глядишь и по ходу ноги и бабочка найдется. Хотя, ну и в жопу. Так пробежим. Так, через мост. Через мост. Потом мы. Еще, по-моему, здесь даже, да? Здесь какая-то. То ли срезка, то ли еще что-то. А город нежити. Нет, давай к демону. Тут мы сейчас по подвалам будем много лазить. Город, ну там, если вот в эту дверь зайти, то ты как раз спускаешься ту самую локу, по-моему, где прокаженных дохера. И там стучишь во второй колокол. Сначала давай к демону. Который там у нас тусуется. В этом, в кладовке с двумя псинами. Так, вот в чем ошибка, да? Подожди. Где ж проходка-то это, а? Там решетка, блядь, такая, короче, правой, по-моему, стороны. Ладно, поперли, короче, туда, где что-то я открыл. Я, блядь, запутался. Ну вот тут же явно прохода никакого, да? Ну да, нету. Ладно, поперли на лестницу. Не помню. Там какой-то фантом фармит душки. Помчали, короче, вот сюда. Перед демоном там будет, короче, такой, как город, дохрена этих комнаток таких. Нежить в виде воров будет на тебя нападать. Вот как быстренько спускаться по лестнице. MR.Toaster. Годя Петрович хреново. Да что потерялся? Ну да. Так, удачи, спасибо. Ага, вот. Вот сейчас мы идем к демону. Именно тут. Тут две псины. Минус один. Минус два. Кто-то, блядь, стреляет еще. Кто стрелял? Не видно. Собака сама себя сожгла. Выпилилась, короче. Молодец какая. Уважуха, типа. А кто стрелял?
Кто-то шмалял прям с лука у меня. Вон там по прямой демон. Тихо, фантомы, блядь. Не пугайте. Наверное, это не разбит. Хотя какой-то удар есть. MR.тостер. Собака самоубиваха. Да, собака самовыпиляка. Давай туда сходим. Позырим что-то. Убей, удар в падении. Кого бить-то? Засада. Спасибо. Возможно, она еще... Нет, смотри-ка, сзади никого. О, понятно. Если сзади на тебя нападают воры, кожаный доспех, то они начинают там на тебе висеть, короче, и у тебя до хера жизни забирают. Портик. Понятно. Кстати, вот первый босс, про которого ты говорил, если дропается у тебя с этих, с вот таких вот воров, которые втроем сейчас на меня напали, если с них дропается оружие вот этого самого вора, то этим этого босса первого самое на изи тоже его валить. Его смолой смазываешь, короче, и буквально где-то 9 ударов надо быстрых нанести, и все, и босс покойник. Есть что-нибудь с этого чувака? Меня чуть собаки не сожрали. Большая душа, норм. Так, демон у нас вот тут тусуется. Кто тогда в другой части? Может, там сохранение? Давай-ка позырим. А мы здесь все обчистим. Маска вора, черный кожаный доспех, ну ясно, это вот щит мишень. Это у нас сет на вора, короче, тут именно собирается. И еще. И все. Короче, если сделать ноги как на видосе и встать в определенный угол, подожди, по-моему, не тут. Не, не тут. Значит, босс в другой стороне. Сейчас мы туда пробежим. Вот, если сделать ноги как на видосе, можно прям через заградку его бомбами зашвырять. И он типа на изи валится. Сейчас посмотрим. Давай проверим, что тут у нас находится. Кстати, заодно мы тут чувака одного спасем. Ага. Агрим. Ну давайте кто-нибудь-то. О, первый пошел. Тут их дофина, тут человек 8, по-моему, стоит. Вот через решеточку бы его. Ну и чё, никто? Они вот когда толпой опасны. Вот. Ну, вот так вот. Они могут охрененно тебя поджечь. Но чуть-чуть не попал. Вот попал теперь. Ну так. Да. Ну эта игра явно для геймпада. Потому что на клаву мыши что-то как-то тяжеловато будет у нее. Вот о чем, блять, я и говорил.
Сука, просто чуть всю жизнь нахер не съебашили у меня. Двойная человечность. Норм. То есть, если я вот эту вот просру, я уже могу более-менее восстановиться без фарма. Чисто похлопать все, что есть, как бы, в запасе. Так, ну, значит, босс там. Босс там. Угу. В какой-то двери, по-моему, у нас чувак тусуется. Заключенный. Надо прям, по-моему, каждый подходить. Его типа надо спасти, и он тебе что-то еще дает. Кто-нибудь, помогите. О, нашелся. Заперто. Ключ ему нужен. Кажись. Где я его найду? У меня же, по идее, была отмычка. Она же не одноразовая вроде. Так, он тут. Бей, маг. Да, вот тут у нас этот маг тусуется. У него полный сет мага, короче, можно взять. Не знаю нахрена, но вдруг, если кто-то будет собирать, типа, то можно в мага одеться. Тут вообще, в принципе, персонажи мягкие, как пластилин. Похер, какой, с какого класса ты начинаешь, можно всегда переодеться и просто раскачаться в любую другую ветку. Правда, это надо, опять же, фармить, фармить много душ. Хотя, допустим, сильный маг, почему бы он там не может запасную двуручку таскать, почему бы нет? Можно и такое. Главное, никакой закуток не пропустить. Тут все. Угу. Давай-ка чуть ниже спустимся. Вдруг костерок там. Какой-нибудь. Слева. Все слева. Согрим этого чувачка. Иди сюда, родной. Ай, блядь, ну быстрей. Затупил. Сука. О, блядь. Педики, а? Малосольный. Держи. Бля, ну где-то же здесь должен быть костерок-то. У меня типа 5 фляжек осталось. Ага, здрасте. Здрасте, приехали. Не успел. Может, бабочка все-таки здесь? Выше никак. А тут чевой. Угу. Вот, вот таким макаром мы, короче, по-моему, в город нежити пробираемся. И тут у нас вот этот вот торговец, короче, он продает у нас, если что, всякие это, всякую херню, короче, от отравлений. Давай сюда подойдем. Тоже заперто. А это можно взять через решетку, да? Слушай, запросто. Ладно, туда после, короче, получается. Пошли, короче, демону давать по щам. По идее, он там должен быть. Я уже не помню, где я последний раз сохранялся. Где у нас костер ближайший? Так, там наверх. Угу. Это, короче, возле моста ближайший костер.
Я же могу этого демона просто не пройти с первого раза. Они же бывают еще, суки, ваншотят. Подстрахуемся. Сейчас мы и фляжки восстановим заодно. И поближе себе сохранение. По-моему, я последний раз у костра сидел, где этот, как он? Где у нас кузнец тусуется. Поэтому... далековато бежать. А так норм. Тут недалеко, как говорится. Пойдем покажу. А можно и тут, в принципе. Хотя не, я тут костер не возжигал. Вроде. Ну тут уже запомненный маршрут. Так, новый уровень. А, давай, да, чё, и силу мы бахнем. Один хрен до полтинника качать. Жёстче, как говорится, буду. По-моему, с демона как раз вот этот ключ от мага падает. Может, и нет. Ну, что-то определенное с него должно сыпаться. Че, не попал-то? Эй, мистер. Серьезно? Долго, долго вот это вот движение. Когда у тебя стамины немного. Кстати, ловкость надо бы качать. Все забываю посмотреть, как быстро спускаться по лестнице. Разные комбинации пробую, что-то нихера. Так, тут у нас... А вот это что за лестница? Проверим. А, это, короче, короткий путь. Все, я понял. Я понял, короче. Блять, что-то без щита бегаю, борзый. Темный щит. Во, мы сейчас даже вот так вот еще чуть-чуть покороче, чтобы на мост не носиться. Да-да-да, я понял. Я понял, ребят. Блять, хотя я бы там же и оказался. Ну ладно. Все. Я для себя понял, короче говоря, как тут локация устроена. Че, пойдешь ко мне? Давай. Ну давай смелее. До свидания. Вот. Три удара, и мне сбивает щит. С учетом того-то, что я еще удар сам наношу. Надо больше ловкости. Ну, именно при таком сете, короче. Все, пошли давать пизды, короче, демону. А где собаки? Собаки. Гуляет себе неспешно. О. Две подохло. А нет. Чуть-чуть погрызли, но это ерунда.
mr.test. Это быстрый способ. Стик вниз и нолик. Нолик, а нолик. Ага. Я пробовал. Не работает. Ну попробую, естественно, еще. Иди кедраны, а. mr.toaster. Но это не точно. Ты загуглил, что ли, да? Потому что в управлении этого не написано. Так, вон эти гомики стоят. Давай, выходи по одному. Ну. mr.test. Угу. Ладно, я буду на лестнице, я попробую. Блять, тут тусуется по своим комнатушкам сразу. Вот так. Оп, прям через дверь нахуй. Ага. А это не прокатило. Да блять. Норм. Ну как норм? Пизды я, конечно, получил, но тут слишком много нападений сразу было. По идее, вот тут. Да, вот тут демон. Угу. Чувак, короче, вставал вот так. Потом целился. Получается, раз, два, три. Три зубчика отсчитываешь. Только надо в другую сторону немножко, подальше отойти. Вот так, откуда-то тут три зубчика отсчитываешь. Тостер. Меня же в нем не забанили, как многих. Три зубчика, короче, отсчитываешь, швыряешь бомбу, демону пизда. Но я хочу, короче, именно дать ему пизды вот в таком состоянии. Чё, призвать фантом? Нет, не надо. Половину. Вторую. Третье. Демону. Демон подох. Я собак не вижу. Где вторая? А и все, да? Вот, блядь, и весь босс. О чем я и говорил. Три удара демону. А кто-то бегает вот так кругами, и его вот с оттуда сверху мочит. И дохнет, как сука. Да ёб твою мать. Псина ебаная. Че, не хватало, на собаке отъехал. Не видно, блядь, с этими полосками человечности заграждено. Вот так вот берешь, короче говоря, забираешься наверх, прячешься здесь от собак, вот здесь собак убиваешь, и потом демон внизу стоит. И ты на него ударом падаешь, убиваешь. Вот и вся любовь. Но, так как у меня есть телебарда, три удара, и демон отъехал. А, тут-тун. Как? Угу. Не здесь. Пойдем мужика этого искать тогда вниз. Точнее, вот, вот сюда наверх. Он мне дал же какой-то ключ. Освободим его, можем... Какой-то квест там он дает или что-то в этом роде. Кстати, душ немного, по-моему, дали, да? Все, 5000, по-моему, душ за этого демона отсунули. Заперто, открыть. Нет, слушай. Значит, какой-то другой ключ. Пошли дальше. Значит, просто надо по лестнице вниз, короче, спуститься. Там мы, наверное, как раз и разожжем костер, потому что там беготни много будет по подвалам. Там запалим кострица и сожрем одну человечность, ну, чтобы десяточка была.
Как этого мужика открывать, я не знаю, короче. Пока идей никаких. Идем сюда. MR.toaster. Ключ от глубин каких-то. Блять, да на... Ты что делаешь? Какая-то засада, блядь, с этой алебардой что-то сегодня вообще. Ключ от глубин. Капюшон полуовер. Я не знаю, что это за ключ. Я думаю, что вот отсюда откуда-то. Тут же ничего не объясняет. Дали ключ, ебись как хочешь. Вот он, ключ от глубин. От глубин чего? Ебучий скрипучий. Я где-то оказался. Ну, любит Хидетака мозги поебать, конечно. Это бесспорно. Давай посмотрим, что там. Так, чисто на скидочку. Угу. Без понятия. MR.toaster. От глубин глубинах. От самой черной червоточины в мире. Ну тут явно ничего. Хотя иногда нычки бывают. Так. Тут у нас, по-моему, крысюк до хрена. Он там здоровый мужик. Угу. Ну, костра я поблизости не вижу. Пошли наверх тогда. О, нычка. Вижу нычку. Большая душа. Бля, хотя тут потихоньку. Я тут всех подсагрил маленько. Может быть и тут всех разъебать. Или такая пьянка. Пошли. Ты ебанутый что? Блять, только выйти успел, а? Ты смотри, какая падла. Уевший. MR.toast. Пошли, как к ним внизу. Погнали. Вот это. Он мясник. Он уже бежит за мной. Ну ладно. Давай на мужика. Ну, в смысле, раз на раз, короче. Половину просто съеб у него. Эй, блядь. До свидания. И этот петушара мелкий. Под шумок нахуй. Вон еще кто-то ползет. У меня он две цели даже. Две собаки. Ну хорошо, будем иметь в виду. А что, с мужика ничего не выпало? Ты что, пидор жирный? Ля, крыса какая, да? Ничего не дали. Я рассчитывал какую-нибудь, я не знаю. Мега пушку там, блять, нагибатор 3000, ну или хотя бы для заточки что-нибудь. Собака. Бля, вам не кажется то, что тут народу то хуя слишком носится? Прочитать сообщение. Бей выманивание. Так, подожди, надо осмотреться. Вон там собака. Давай-ка на нее. До свидания. Большой уголь. А с помощью этого угля, короче, можно что-то прокачивать. Давай почитаем. Бла-бла-бла. Где он тут? Вот с помощью золотой смолы мы можем зачаровать оружие определенное. И оно типа тоже съебывает неплохо тогда. Но правда действует недолго. Ра-та-та, мусор, знак Тимы Кослин, да, ответил за все человечности и души. Нихуя себе. Спасибо, не надо.
Обломок титанита, синего титанита, демонический титанит у меня есть. Большой уголь для улучшения оружия. Ну, какую-то пушку можно будет, короче, с помощью именно этого большого, ну, с помощью этого угля апгрейд. Живот. Какой живот? Что имелось это в виду? Нужно живот. Загадки. Сплошные. Бля, ну я углубляюсь все ниже и ниже, а как-то что-то... Ну, пожалели в воду, что. Собака. Собака-хуевака. Давай чуть ближе ее подпустим. Ну, стандартный расклад воёбки. Укус, удар. Принимаешь подачу в щит и потом бьешь в ответку. Вот и все. Как правило, ваншот. Ну, у меня. Единственное, только с большими ребятами я не знаю, как быть. Они какие-то ваншотят, у каких-то тактика определенная нужна. Каких-то ты ваншотишь вообще. Ну и нахер я сюда пошел. Ясно. Пленные впереди. Че? 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 О, здорово, ёпта. Раз. Восстанавливаем стамину. Бьем второй. До свидания. Косарь за него дают. Че мне дропнется? Мешок. Ну-ка, ну, в мешке, я помню, полезный бес бегал. Давай чисто посмотрим, что. 6 всего. Ну да, точно. А, ближайший костер, короче, который я найду, я его сжигаю. У меня как раз человечность одна дропнулась. Еще ниже. Блять. Подожди, подожди, подожди. Я просто пытаюсь все это дело изучить, чтобы потом не тупить. И не теряться. Святой впереди. Насколько он свят? Свят, свят, свят. Чё где он? Ты, да, ты, сюда, сюда. Он как Диоген, что ли, в бочке сидит? Я думаю, если он выпрыгнет на меня, лучше подготовить, скажем так, арену, чтобы не стучаться в ящики, чтобы они мне не мешали потом. Не торопи. Просто взять и наваливать пизды. Это мало, что это за чувак, я не знаю. Ты сиди в саид. Бля. Не ударить бы его лишний раз, а то вдруг он сагрится еще. Ну, как тот хер, которого я спас сначала, а потом хотел дать ему пизды. И в итоге пизды дал у меня. Поговори. О, ты уже здесь. Мне нужна помощь, иначе он сожрет меня на обед. О, прошу тебя. А чё? Понятно. Надо просто ударить по бочке. MR.Toaster. Освободили. Опять полстрима в окном режиме. Забываешь развернуть? Так, спасибо. Если бы не ты, мне бы быть... Какая ужасная судьба. Стать съеденным заживо. Спасибо тебе огромное. Я Лаврентий из Великой Топи. Лаврентий Палыч Берия. Теперь я в долгу перед тобой. Так, отдавай долг. О, здравствуй. У меня все хорошо благодаря тебе. Спасибо. Долги он не хочет возвращать. Ладно, пойдем дальше. Так, если меня здесь спускает вниз, тогда мы пойдем туда, где продавец в виде нежити за решеткой. MR.Toaster затягивает этот ДС.
Вот я согласен с тобой. Время 5 утра, блядь. Спать охота, но ебашишь, ебать его в рот. Потому что ты знаешь, что делать. У тебя получается мочить мобов не как в секиру, блядь. Когда тебя просто все время пиздюливают, и ты, блядь, тусуешься на одном квадратном метре 10 часов. Вот. Ты в курсе, куда идти, что качать и так далее, как бы. Просто, ну, типа, вижу цель, не вижу препятствий, короче. Вот. И пиздец. Можно тут часами просто заниматься этой хуйней. Ну и тем самым, соответственно, скиллуху поднимать, типа того. Так, а город нежити прямо тут? Я их забыл. Баба за решеткой тут тусуется? Да, тут. Вот здесь бы должен быть костер. Так, ты еще сохранил разум? Тогда почему бы не купить у меня мов? Мне нужны твои души. Хе-хе-хе. А купить предмет? Ну, зарах красного мха уменьшает кровотечение. Это мы уже нафармили. Уменьшает скорость распространения яда, лечит от отправления. Это мы тоже нафармили. Заросли цветут, ну, немного, конечно, но я не думаю, что надо это тратить. Отравленный метательный нож, навозный пирог отравляет врага, но также заражает игрока. Угу. То есть кусочек говна кидаешь ему, враг травится, но также и ты травишься вместе с ним. Спасибо. Кстати, навозный этот пирог, он так дропается. Его можно фармить даже. Черная смола зажигает оружие в правой руке. Временное проклятие дает увидеть призраков. Это потом, наверное, пригодится. Гнилая смола. Спасибо. Ага. Человечная даже тут подается. Ты смотри как. 5000 стоит. Отравленные стрелы. А давай, наверное, да, немножко отравленных стрел возьмем. Ну так. Ну, вот, штучек 50. Ой. Регам особо-то нет, не ударит. Ну. Ну как сказать, не ударит. 5000 душ это обойдется. Но пригодится может потом. Все, хорошо, я вернусь. Жди меня, и я вернусь. Так, в теории я сейчас должен открыть короткий путь там, где я начинал. Ну точно. Я просто короткий путь себе открыл к самому-самому первому костру. Сейчас мы у него человечности себе бахнем. Ой, человечности. Жизней восстановим, а то у меня что-то лекарство кончилось. Шац. Бам. Вот и как бы вся любовь. Кстати, можно попробовать. МР. Тостер. Оружие. Вам нужно босса убить. Какого босса? Первого. Да это, видишь, вот эта вот ворона, которая сидит, до нее там как-то через жопу надо добираться. Там надо ехать на лифте и на каком-то этаже вот именно делать вот так вот. Спрыгивая, короче говоря. Но потом там еще нужно прыжок один веры делать, чтобы только до нее добраться. Конечно, без Б. Можно типа рискануть. Но прямо очень жесткой необходимости я сейчас не вижу в этом боссе. Я вот все не могу, где бабочку вспомнить найти. Можешь загуглить, где бабочку, блядь, найти?
Но она должна быть где-то, сука, рядом. Прямо, блядь, обязана. MR.Толстов. Не я, про того Толстого, который в тюрьме. Я понял. Который самый первый. Спокойствие. Как-то вот, короче, к этой бабочке надо попадать через локацию, где кузнец, вот там прямо вот такой вот тоже пейзажик, так сказать. Только вот через какую дверь, я не помню. Хоть убей. Можно просто по катакомбу пока побегать. Или будешь гуглить? Чё, на бабочку пойдем? Если пойдем на бабочку, тогда гугли, где она. Я не могу вспомнить. Лекса ТР. Стримлер го вместе. Куда вместе? На босса? MR.Толстов. Кот сад темных корней куат. Так, сад темных корней. Окей. Для начала добираемся туда. Так, а где он? Блять, в какую сторону идти? Сад темных корней. У нас он находится, значит, рядом с кузнецом. Давай, мужики, по одному. Лекса ТР. Там КРЧ пароль ставишь, потом локалку и без ограничений. Это типа надо из игры выходить? Надо эту цель отпустить. Теперь привязать. Вот так. Лекса ТР. Прям в игре. Так, давай посмотрим, что ты там хочешь от меня. Настройки, параметры сети. Локально. Что потом? Пароль ставишь. Обязательно, можно без пароля типа. У тебя же стимовка версия, это надеюсь. Лекса ТР. Тип, если одинаковые пароли введем, то знак призыва сможешь видеть. Угу. Какой пароль вводить? Лекса ТР. Стим. Какой пароль вводить? Лекса ТР. Да, любой. 1, 2, 3, 4. Теперь нажимать ОК.
Лекса ТР. КС ТА можешь прямо этого костра призвать. Как это делается? Мелок, наверное, да, надо? Белый. Чё, короче, делать? Я не знаю вообще. Я пока тут покручусь. В темном лесе, в темном лесе. Короче, получается, это надо через мост ебашить, короче говоря, к этому. Так получается, чтобы к бабочке попасть, это надо только кольцо именно покупать за тридцатник. Тогда ты ее открываешь, разве нет? Я что-то не припомню там других каких-то путей. Ну что там с подключением? МР.тостер. Нет, там справа от двери проход к бабушке. От той двери там, где ключ покупать надо, да? То, что я показывал. Так, глянем. Кстати, короткий путь есть. МР.тостер. Я про ту дверь, что за 30к. МР.тостер. Да-да-да. Погнали туда, короче. Лекса ТР. Бегу. Около костра призыв будет. Около какого костра? Которого я сейчас находился. Мне типа там стоять, тебя ждать. Блять. Педики еще лечатся, ты смотри какие. Бас. Осколок титанита. Кстати, можно сейчас попробовать еще это какого. К этому подойти. Качнуться. Лекса ТР. Около этого. Давай сейчас подойду туда. Будешь таскать меня по боссам, я не знаю, где кто находится. Разъебывать я их, наверное, смогу, а вот... А вот где они все, я не знаю. Вообще, мне полезно бы, конечно, локации типа изучать. Так, находясь на лестнице, стик вниз, как ты говоришь, кружочек, нихуя это не работает. Не работает. Пока у нас товарищ подключается, я, короче, пойду пока перекурю. Вот, я бы пошел покурить. Иди.
mr.toaster. Не возле лестницы. mr.toaster. Наверное. Блять. Заебцом. Это было шикарно. mr.toaster. Я причем здесь уже много раз падал. Дважды вот с этих пад... Нет, трижды я вот с этих ступенек падал. Два раза вот отсюда падал. Ладно, ждем, короче. Подключение. mr.toaster. Это просто офигенно. Чего ты у арбалетчика оставил? Лекс, это Р. Я у арбалетчика оставил. Какого из них? Я не знаю, где. Какой, какой именно? Вот здесь два арбалетчика, по-моему, тусуются. Нет, здесь с бомбами. Один вот тут арбалетчик. Никаких знаков призыва я не вижу. Что делать? Я в душе не ебу, короче. Как это подключается? Объясняйте. Точнее, короче, я пойду пока покурю. Лекс, это Р. Активируй человечный ствол. Я, говорит, мелок оставил, надо просто подойти и призвать. Я вот не вижу никакого мелка. У меня есть еще один мелок, ну как бы, он есть в наличии. Может, это надо мне типа сделать? mr.toaster.
ты точные координаты и скажи, где, а то непонятно, у какого арбалетчика. Ну, вроде вот здесь, единственный. Лекса ТР. Человечность активировать. Обратить опустошение? Или что? Другой вопрос. Как активировать человечность? Этот костер, типа, я уже возжег. Лекса ТР. Да. Обратить опустошение. Хорошо. Дальше. Нихуя не появилось. MR.тостер. Просто сожри. Так вот, хер его знает. Лекса ТР. У арбалетчика иначе хозяй. Нету. Чистого арбалетчика. Знаешь, что я тебе могу, наверное, сказать, мое предположение? Только возле боссов можно призывать союзника. И то на время. Потому что делали так. Призываться и, ну, призывать кого-то и быть призванным можно только возле боссов. Такие надписи я видел только там. И еще у одного чувака я видел только такую механику. Пиздил я, короче, этому кузнецу на бабочку. Я просто только что в данный момент Лекса проебал одну человечность. Ты прав. Поздравляем, ба. Потому что Лекса это... ТР. Я вспомнил. Призыв только если босс жив. Потому что это же не совсем онлайновая игра, она не кооперативная. Так что тут максимум мне ебать до босса и на время только тебя призвать до его убийства. Ну, буквально, что там мы его размотаем, ту же самую бабочку за пару минут. И как бы все. Лекса ТР. Можешь, в принципе, пароль убирать и обратно ставить глобально. А в этом есть какая-то Лекса разница? Лекса ТР. Я почапал до бабочки. Так, без пароля. Бля, сейчас мне пизды этот клоун даст. Пока я тут в инвентаре копаюсь. В игре же, блядь, паузы у нас нету. Нахуй нужна. Пауза для трусов. Так, тут-тут-тун, параметры сети. Глобально, да.
Мы сейчас через церковь прям ворвемся. По свидульке. Хочется мне все-таки попробовать бэкстеп на каких-нибудь гавриках. Узнать, работает он вообще или нет. Сейчас мы кого-нибудь попроще попробуем взять и обойти его со спины. Не знаю, скорости у меня хватит или нет. Вот на этом попробуем. Нихуя. Походу бэкстеп с алебардой не работает. Она, наверное, слишком большая. Хотя с двуручкой работает, все норм, как бы. Пес его знает. Но я тут, кстати, титанита немного пофармил. Можно сейчас попробовать за этот, как его, заточить на плюс 4 вообще алебарду. Плюс 5, по-моему, это максимально, если я не ошибаюсь. Так, отдыхаем у этого костра. Пробуем, короче говоря, прокачаться. Да, да, да. Отдать большой уголь. Подожди. Понимаю, жаль. Так, смотрим. Что для этого надо, интересно? Достаточно материала. Надо мерцающий титанит, короче, чтобы плюс 4. Именно мерцающий титанит. А уголь нахрена ему, я не знаю. С помощью большого угля можно заточить оружие? Или нет? Вопрос. Вопрос, конечно, интересный. Так, смотрим, короче говоря, получается, мы сейчас тебя, Леха, будем искать возле бабочки. Мне бы самому, блядь, эту бабочку найти, было бы замечательно. Я вот просто не знаю, где она. Будем искать. Я ее уже давненько так-то ищу. Слушай, ну вот эти деревья-то лупят далековато. Тостер. Да отдал бы, не жопил ему. А вдруг он нужен для чего-то еще? А если он пригодится, а я ему отдам. Лекса ТР. Большой до 10 по стандартной. То есть я смогу алебарду заточить на плюс 4 с помощью большого угля или нет? У меня только один большой уголь. Норм. Вот этот бы костерок, конечно, возжечь не мешал. Лекса ТР. Не, уголь — это типа разблокировка прокачки. Я понял. Так, у нас вот здесь заперто при помощи устройства. Нужно типа кольцо на тридцатник, чтобы вот эту вот херню открыть. Я не знаю, что он открывает. Здесь какие-то проходы. Нету нихера. Отдыхаем хотя бы. А, по-моему, я даже выжигал этот костер. Лекса ТР. Это мой призыв напротив. Прикоснуться к знаку призыва. Вот этот, да? Или вот этот? MR.Toaster. Справа проход. Какой из призывов твой? MR.Toaster. От двери. Угу, сейчас посмотрим.
Lexa TR. Аксел. Нет, не то. Это Ориш и Green Tea. Да, вот он. Lexa TR. Желтый. Призыв фантома. Погнали. Надо, я так понимаю, подождать, да? Какое-то время. Вызван фантом. Ой, не знаю, как эти знаки. Вот так, по-моему, да? Помахать. Ну и чё, куда идти? Где бабочка? Пошли бабочки пизды давай. Вот и бабочка. Не мог вспомнить, где она. Ну, бабочка чуть пожирнее будет, кстати. Вот, вспомнил, да, вот этот лес как раз. Так, подожди, не торопись, я бы хотел тут все осмотреть, как бы. Ага, тут ползучие эти обезьяны. Где-то тут ящерка у нас, кстати, имеется. Угу, норм. А чё, он не умер-то? Походил что-то, чтобы сдохнуть. Так, деревья, аккуратненько. Оп, на свидульке. Сейчас мы этих бледёнышей повыкачим, чтобы потом спокойно на бабочку пиздавать. Шлем элитного рыцаря. Ау. Мне откуда-то прилетело, я даже не заметил откуда. Уже какой-то слэшер начинается. А где-то тут еще они, по-моему. Надо повнимательнее смотреть. Ветки мешают. Кстати, у тебя типа время кончается. Время призыва. И если мы типа до босса не добежим... Если это время призыва, конечно. Если мы типа вовремя до босса не добежим, тогда я буду с жирным боссом биться самостоятельно. Если я правильно понял механику призыва. Чё, где-то там бабочка? Пошли, пошли. Окей, каракатец мерзкий. Протазан. Что-то мы как-то кругами ходим. Ну, бабочка где-то рядом, походу. О, проснулся. Здорово, ёпта. И сразу до свидания. Довольно-таки опасные вот эти вот мобы. Они тебя станут. И ты типа ничего не можешь сделать. Да, вот у нас тут бабочка. Я вспомнил. Потом Беатрис. А тут типа можно сразу несколько человек бегать. Типа, ну... На пятерых там босса разваливать. Есть такая тема? Бабочка босс несложный. Его типа надо, короче, просто взять и парировать. Ну, точнее, кататься от ее атак, уклоняясь. И все. Когда она присаживается, давать ей
по башке. Я видел ее атаки. Их всего две. Понятно. Лекс это два фантома макс. Блять. Я покопил, она мне жестким ударом пизданула. Я так понимаю, то что она агрится только на меня, да? МР. Тост. Я видел, как в МГ 7-4 было игроков, только не помню. Да и псом. Давай, садись ты, сучка. МР. Тост. Какой из частей? Садится, походу, да? Да, садится. Дерьмо летучее. Наебываем. Давай. Готово. Бабочка улетела. К хуям собачьим и жукам майским. Душа лунной бабочки. Нахрена это душа, я без понятия. Все. Товарищ исчез. Медаль света зато получена. Радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Я хочу еще вот по той локации побегать. Там, по-моему, у нас ящерка была. Ну, Лёх, черт, я могу сказать. Тогда, короче, до следующего босса надо. Потом можно еще типа тебя призывать. Или каждый призыв это расходует человечность. Ну-ка, поясните ко мне за это дело. Где-то тут ящерка была в закутках. Еще кое-что пропускали, кстати. О, заросли. Еще мох. Еще мох. По-моему, вон там в закутке ящерка тусуется. Тут, по-моему, даже при должной старовке типа можно фармить до 5000, по-моему. Вот именно в этом лесу. В темно-синем лесу. Где трепещут осины. И таким образом, да, я возвращаюсь назад. Хорошо. Лекс ТР. Там еще кольцо против стана. А во-вторых, призыв ничего не тратит, кроме условия про активную человечность. А так, в принципе, можем целую локацию пройти, если босс жив. Свармч, привет. Посижу немножко. Здорово, Свармч. Ну, пока у меня человечность активна, как бы... Какой у нас тогда следующий босс по списку? Сейчас я эту локацию оббегу. И можно типа призываться возле босса. Покооперативить малька. Так, вот тут у нас получается, как заходишь, здесь мы все обошли, типа, там бабочка. Логично предположить то, что по прямой. Но... Вот эта вот залупа прям на башку прыгает и высасывает из тебя какую-то. Блядь. Ты так явно больной чувак. Какая нежить у него. Подозрительно. И, кстати, тумана до хрена видно плоховато. О. Причем... Вот это вот дерево, как моб, ты его типа не можешь увидеть. Это, я так понимаю, вторая половина леса.
Ну, если чё, как бы на крайняк, у меня человечности как бы до хрена. С запасом, так сказать. Тут на меня никакая ебака-то не нападет. Сверху. Я на всякий случай щитом прикрываюсь. Лекса ТР. Фантом МКС ТА дается половину душ от босса и одну человечность. Да, это я знаю. Оу, май. Блять, не одна, так вторая падла. Давай хоть полечимся. До свидания. До свидания. С них что-то падает, зеленый какой-то цветок. Со второй тоже упал, да? Тоже зеленый цветок. Лекса ТР. Топ фарм. Так, что-то еще туда как-то можно, ниже, по-моему, да? Нет, слушай, тупик. Да? Тупичара. А где же тогда у нас ящерка? И нахрена я вообще в этот закуток пришел? До свидания. Оп. Алебарда очень крутая штука, когда дропается нормально. Но у меня не дропнулось маленького меча рыцаря. Ага. Где-то вот тут вот можно нет, не здесь, по-моему. Да все, тут нехуй делать. Короче, где-то вот там можно заныкаться. И стоять на ступеньке, и у тебя все мобы слетаются на тебя и падают в обрыв. Тем самым ты фармишь, короче, бабло. Так, все, выходим. Лекса ТР. А канализацию проходил? Ну, я там побегал, но хз, я вообще бабочку искал. Ну, видишь, бабочка улетела уже давно. Пошли, короче, по прямой, наверное, от бабочки. Смотрим, что там есть. По канализации побегал, там двух мясников завалил. Дальше не стал проходить, только дверь открыл. Хуй знает, куда эта дверь ведет. Че там, как, че к чему. Лекса ТР. Ща научен. Мне бы знать, какой последовательности. Я думаю, что сейчас многих боссов с таким оружием могу размотать. Мне бы знать просто последовательность, в какой проходите. Знаешь, чтобы, допустим, не убежать в начало, в конец игры, как бы. Ну и тоже, видишь, надо же знать локации. Какая куда приводит, типа того. Чтобы не нести сломя голову. Так, вот это вот у нас привела хер знает куда, короче. А посмотрим. Костерок бы, конечно, запалить не мешал. Так, это еще одна. Еще выше. Ну, я так понимаю, два босса подряд тут явно не будет, так что можно типа расслабить булки. Все выше и выше и выше. Ключ от подвала сторожевой башни. Небесный угол. Косточка возвращения. Нихуя, я что-то тут прибежал как-то удачненько. Это невыносимо. Понятно. А тут что написано? Нужно каланча. Чтобы что? Так, ну типа все. Можно возвращаться назад. Свармч, все, наверное, уже поиграли в Dark. Я один не играл. Я вот тоже не играл. Это мое типа первое прохождение. Ссылку срывает, короче. Постер. Если вы ща бегом по боссам пролетите, то как-то не очень будет быть. Да нет, сразу-то не получится. Лекса ТР. Боссов можно убивать в любой последовательности. Угу. А у Last Boss будет прям написано. Это конец. Понятно. Ну, игра явно не про концовочку, так что... Игра про все остальное. Хм. Про механику. Про получение пизделей игра, а не про...
получить одну из 8 концовок. Нет, это не так. MR.toaster. Без исследования локации. Я вот как раз и бегаю, и все исследую. Я вот, допустим, запомнил примерно, как у нас полностью в целом весь лес выглядит. Я вот думаю, на драконов побежать, либо в канализацию. Лекса ТР. Не ну концовки 2, так то. Ну, нет, ничего страшного. MR.toaster. Без исследования локации будет не то. Да, конечно, будет не то. Я и сам не пойму, куда мы бежим. Я вот сейчас, вот видишь, мы, допустим, вдвоем собрались, что-то пролетели, короче. Какие-то закутки остались, от чего, куда они ведут, я не понял. Поэтому, вот видишь, я побежал. Я побежал все исследовать, проходить. Я для себя понял, как локация это устроена и что к чему. А на данный момент 28 косарей есть. Я вот думаю, может быть, 2000 и ключик этот взять. Наверное, надо ебать в канализацию, чтобы в город нежити попасть. Давай, наверное, так и сделаем. Пам. Пам. Бам. Ну и все. Ну и как бы вот. Лекса ТР. Ладно. Тогда знак у босса оставлю. А то локи неинтересно проходить. У какого босса именно? Короче, я сейчас ебаю в канализации. Давай так. Я, короче, отсюда тыкаю в канализацию. Как бы туда попасть? Ага, значит, на мост надо. С моста надо херачить направо через дверь. Там мы попадаем в канализацию. Сейчас я здесь себе фляжек восстановлю. Надеюсь, в течение игры мне еще удастся этого титанита мерцающего нафармить, чтобы прокачаться. Так, готово. Канализацию, короче, надо ебать, чтобы двинуть во второй колокол. Тем самым продлить наше сюжетное прохождение. Бабочку запинали, а других, в принципе, я вот именно в этом городе нежити, других боссов-то и не помню. Короткие пути я, кстати, открыл. Можно через них попасть в нежити город. Но. Но. Я все-таки пойду самым первым путем, чтобы не путаться. Не успел он убежать от меня. И эти два тоже. Блять, а тут осталось 300 буквально собрать, чтобы купить колечко-то это сраное. И туда в лес двинуть. Ладно, наверное, потом. Пусть копятся все эти делюги. Канализация так канализация. Шелась. Эх, чуть-чуть не достал. Этих ребят побыстрее пробежим. Неохота туда наверх подниматься. Бам. Что там? Обобрать тело. Оу-оу-оу. Нихуя пидоры откуда достали. Ты смотри какие. Да блять, вы заебали. Лупят и лупят. Ха, так отъехать недолго. Да, блять, охуевший. Так, давай. Двигаем. Сюда. Короче, заново побежали
на канализацию. Бам. Эх, чуть-чуть не достал. Мужик, ты че? Так, давай стаминку мы восстановим и вот этого сильным ударом бахнем. Мне интересно. Воу, бах. Не сносит до конца. Но я думаю, если силу вкачать побольше, то он будет сильным ударом просто с одной подачи тоже их вырубать. Правда, замок большой. Долго делать. Город нежити. Если что, колечко у меня есть от отравления. А вот быстрый список. Лекса ТР. Просто кроме канализации некуда. Не, ну можно за тридцатник кольцо купить какое-то борзое и там что-то открыть. Там двери, которые закрыты. Я не знаю, что за этими дверями. Не видал. Так. Угу. Канализация уже я не... А, собака сама себя пожарила. Типа шустрая, что ли, да? Да хуя. Может быть, я уже как-то собрал ключ для этого чувака? Я заперт. Блять, или он не тот? Нет, он не тот. Подожди, тут же горело. Не знаю. Я его не открывал. Вот здесь у нас закрыто. Бомбами тоже, по-моему, эту штуку не открыть. Ой-ой-ой, педики, педики. Я чуть на засаду сейную не нарвался. Ай-яй-яй-яй. Надо ж подождать, пока у них атаки, блядь, закончатся. 31 тысяча душ. Можно, типа, что-то прокачать, допустим. 3 пункта к силе, к примеру, добавить. Так, вот этого поймай-ка в цель. Ну. Ну. Понятно. Собака раньше. Давай, через дерево. Почти. Понятно. Ну, тоже норм. Правда, одного я не добил. Так, где-то тут у нас, да, проходка была. Как раз канализация. Вот тут. Там собака еще где-то. О, нихуя. Куда она взялась? Не было же вроде. Иногда тут мобы просто появляются из ниоткуда. Ну, типа, прибежала там за 20 локаций от тебя. Когда-то она успела сагриться. О, стучит он тут. Он с левой находится. Вот этот. Мутный тип, непонятной наружности. Прятался все время. Блять. Мудозвоны. Не, ну по логике вещей там где-то должна быть в этом какого. Костер должен быть где-то тут. Это у нас куда ход?
А, там под водой, короче, там я мясника мочил. Правильно? Сейчас я. Надо убедиться. Да, тут нехер делать. Пошли вот сюда. Тут чуть выше. Лучник. До свидания. Потом тут этот, да, торгашка эта сраная стоит. Я у нее стрелы покупал. Идем налево. Там где-то какой-то спуск, короче, должен быть. Там костер горит. Мужик какой-то сидит. Блять, так это ж короткий путь. Подожди, может в другую сторону? А. Я еще один подъем вспомнил. Точно, блядь. Лабиринты, сраные лабиринты просто. Там, где мясник, короче, был. Там развалина стена, и там можно подняться чуть-чуть наверх по разъебанным кирпичам. Оттуда как раз имеется два выхода. Один ведет как раз вот той двери. Решили окружить они меня. До свидания. Ну, я так понимаю, мясник-то заново не появится. Это потому что, типа, большой, ну, моб. Мобы. Все дальше. Подождем, подождем. А то они любят окружать. MR.Toast. Мецкий гений градостроительства. Да. Понахуярил катакомб. Да-да, крысёныш, блядь, тогда меня хотел вместе с мясником пиздануть. Так, под воду, да? Сейчас мы ближе спускаемся. О, попал. Там вторая собака. Нету. Где эта собака? Ее либо где-то в текстурах заживала, но она должна быть. Че, блядь, самый умный? Вторжение темной души. Вау. А, я так понимаю, кто сейчас появится, может меня замочить, по-моему. Зачем это сделано, механика, я так и не понял. Но я видел пару раз то, что к чуваку какой-то призыв, короче говоря, ну, призывался какой-то... Лекс-ТР. ПВП-контент. Понятно. Сварнч, посмотрел бы еще, но пора спать. Пока все. Ну и нахуй мне это надо, ПВП, блядь. Как это говно отключить? Чтобы со спины меня убивали по-подлому, блядь. Так, я опять потерялся, куда идти. Да, я вспомнил, через мост. Блять, а ебать ты пиздец. Как это говно подключить, чтобы ко мне никакая падла вот так вот сзади не подкралась? По-пидорски. А то пиздовать далековато просто, неохота.
Lexa TR. Никак, это Dark. Понятно. Ебанутая механика, честно. MR.toaster. Чё-то реально дурь чистой воды. Зачем, для чего? Ну, нахуя, просто ты бежишь, где подошел кто-то, уебал нахуй здание и все. Хуйня какая-то. MR.toaster. Много вопросов, мало ответов. Ну да. Или вам просто типа инет отключить на и бегать спокойно, никто не тронет. Чик вариант. Ну я запомнил, где мои души, человечности всякие. Куда добраться не вопрос, только долго единственное. Просто неохота время тратить. Ну придется. Просто вот из-за этой ебанутой механики. А прикинь, какой облом, если кто-то туда добирался, там, 2 часа, блядь. Lexa TR. Зато теперь 15 минут никто трогать не будет. Охуенно, блядь, пиздец. Можно выдохнуть. Такие пидоры. Целых 15 минут, на. Это, типа, я не понимаю, что, мотивация к тому, то, что взять надо и раскачаться, блядь, дохуя. Ну, чтобы тебя вообще, типа, никто не трогал. Я так понимаю, за это же ничего не падает. Ты просто бегаешь и ну, убиваешь слабых игроков. Поезд стой. Блять, как быстро спускаться по этой лестнице, ебучей. А, пох. На расстоянии, как я ее въебал просто. Давай, псина. Иди сюда. Уяк. Lexa TR. Половину душ игрока и человечность. Так что фарм топ. Понятно. Тогда это вообще ебанутая тема. MR.toaster. Зачем это в сингле? Зачем? Наркоманы раскосы, объясните. Блять. Ой, пизда моей вообще человечности. Меня завалили эти пидоры. Хуйня. Я просрал человечности примерно сейчас 11 единиц. У меня, конечно, есть загашники, там еще 5-7. Но я не вижу смысла сейчас ее с собой таскать. Чтоб через 15 минут какой-нибудь уебок сраный подошел и сзади меня убил. Тупую вообще. Нахуй надо. Какую-то бледво какое-то кормить еще. Эх, чуть-чуть. Бам. Чуть-чуть ловкости не хватает. Lexa TR. Я тебе перед боссом подкину. Вещи передавать можно КРЧ. Понятно. Мне бы одеться, я думал, поприличнее не мешало. Но у меня, в принципе, что-то как-то с броней туговато. Чуть-чуть посерьезнее я ничего надеть не могу. У меня тогда перс замедляется. Блять, ты сдохнешь, нет? Кстати, я только что 30 тысяч душ просрал. 32. И десятку человечности. 11. Забавно.
Так что, если что-то фармить, надо, короче, в строго отведенных местах. Потому что, блять, я так понимаю, если к тебе какая-то падла портуется, он тебя будет типа на этой локации искать. Не, ну вот это правда ебанутая механика, просто когда кто-то, ну, игрок там на 50 левелов выше тебя, тебя портуется, короче, просто и тебя убивает, ну, с одной подачи. Нахуя это надо? Типа, чтоб ты никогда, короче, не смог нормально раскачаться или что? Или просто то, что все, что ты копил, позорно проебать? Как быстро спускаться по этой лестнице? Дважды, может? Нет. Но... нихуя. Сколько комбинаций уже не пробовал, нихуя не получается. Душе не ебу. Ладно, пух. Лекс, это Р. Я считаю, что тот, кто тебя убил, поступил неправильно. Я верну ради честности. Да, в принципе-то. Не особо мне принципиально. Я это могу набить. Просто, ну, ебанутая механика, честно. Нахуя. Так, с этими гомиками надо поаккуратней. Потеря крови. Заебись. Мне тут еще раз не отъехать не хватало. Блять. Ну да, он же когда пьет, он же получать может урон. А двигаться нет. MR.Duster. Я не играю. А жопа горит, что ППЦ. Блять, да вы че, угораете, что ли? Они че какие-то ёбнутые достали, нахуй? Эй, варига, варюга, нахуй. Почему проблем раньше с ними не было? Нахуй пошел. Блять, он еще и не подох. Пиздец. Сколько фляжек я на них поебал. Души — это как бы херня. Их можно нафармить, нарубить. Тут просто побегаешь по знакомой локации, как бы хуяк-хуяк, у тебя пачка душ уже как бы в кармане. Это не вопрос. Человечность нахуя как бы отбирать частично. MR.Duster. Пробуй не на лестнице, а перед лестницей. До свидания. Вот так. До свидания. До свидания. Ну все, по идее, тут больше никого. А нет, собака еще одна. Вот она откуда прибегает. А сзади тогда собака откуда берется. О. И как здесь оказалось? А, ну это от демона прибежала. Эх, чуть-чуть я в стенку ударился. Может, и тут заебенник до конца уж. Что она там грустит? Вдруг прибежит за мной. Ладно, только пробежался, уже пятеро нафармил. Вот это агрим. На, вот он. Все. Блин, где он? Камера, конечно, привет передает. Хитрый, что ли, блядь? Бам. Так, да, отсюда вот сюда. Это у нас типа четко. Ну, то бишь срезка. Срезка на самое начало.
И башил я вот сюда. Слушай, а ты прикинь, короче, вот допустим, ты бегаешь по локации туда-сюда, ну, тебя один раз завалили. Потом ты, допустим, бежишь до того же самого места, ну, просто ты тупо давно сохранился. И пока ты бежишь до этого места, тебя еще кто-нибудь призвался. Так же можно тупо бесконечно бегать, и тебя будут всякие уроды валить. Типа на тебе и другие игроки фармятся. Вон, одна человечность плюса. Сейчас мы эту человечность тоже нафармим. Без проблем. Со временем нафармится. И о том, что сейчас она мне, в принципе, не нужна, эта человечность. Просто какой-то шанс дропа ненужных мне вещей будет, и все. Пока вот мне тут собирать нечего. Все, что надо, я уже типа себе собрал. В оружии не нуждаюсь явно. Единственное, может, броня только. Но я думаю, что пока ничего серьезного мне не упадет. Кстати, надо это дело прозондировать, где можно надыбать хорошую броню. Можно ли ее, ну, типа, улучшать там и так далее. По-моему, можно. Если я инструменты покупал для улучшения брони, значит, и этот как его должен быть. Значит, улучшать я могу. Я смотрел, когда чувак на платину проходил, короче. Ну, я до конца вот эти ролики еще не досмотрел. Чувак проходил на платину, к нему тоже самое портовались, короче, также вот эти вот какие-то непонятные личности. Тоже его ваншотили. Причем так подло, пиздец. Когда он там, допустим, забирался на лестницу, просто он возле горгулей там длинная лестница. Он забирался на лестницу, получал по башке, все. Минус, все. Так, отсюда. Отсюда я шел, блин, я не помню. Так, тут у нас чувак был. Ага. Все, я вспомнил. По прямой. Сейчас, по идее, должен быть спуск в катакомбы, короче. И там должен быть босс. Рядом с костром. По крайней мере, неподалеку. Здрасте. MR.Toaster. Лёша, тем не менее, это 300 отовсюду. Ах ты, ёб твою мать. Ёбаная залупа. Где? Она где-то тут? Надо как-то от этой хуйни уйти. Да чего мерзкая хуйта? Прям на башку, сука, прыгнула. Ну я что-то взял. Стопудово херня. Тут вон сколько народу, походу, полегло. Окей. В этой игре тебя убивает все. С каждого угла может прилететь то, что ты хуй вывезешь вообще. Хотя у меня 3 фляги осталось. Тут ничего, блядь, никакая залупа на потолке не висит. Теперь надо еще и наверх ориентироваться. Вон они, ёпта, нихуя тут их. Рассадник, блядь. Вверху, спасибо. Важно тут читать надписи, получается. Оп. 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 Так, это не та, она еще не сдохла. Бам.
Но с ними чуть-чуть придется повозиться. Они типа не ваншотаются. Три удара надо им бахнуть. Но и держаться на расстоянии. Что, в принципе, помогает мне делать алебарда. Все, еще трое. Трое висят. Вон там у нас, короче, примерно вот в этом районе у нас находится... Где-то даже подо мной, может быть. Находится костер, если я не ошибаюсь. Поехали. Они на бегемотов похожи, кстати. Либо на плавающее дерьмо, на понос. Ой, я что-то, кстати, что-то с него выбил. Большой осколок титанита. Норм. А, что-то вспомнилось. Говорит, побочки. Сегодня лекарства выписали. Побочка у него. Понос и эйфория. Я думал, он тут для декорации стоит. Ну да. О чем это? Так вот, побочки, понос и эйфория. Я думаю, то, что это отличное название для группы. Ну или хотя бы для песни. Ну или для видоса. Нашелся костер. Сейчас мы, короче, дропнем человечность. Ай, дропнем, блядь. Используем человечность. Потому что здесь наверняка придется долго бегать, плюс еще наверняка какой-то босс появится. Давай, две штучки мы используем. Угу. Позволяет получить много душ или создать уникальное оружие. Я понял. Да, одну. Одну, чтобы зажечь, ну, точнее, пожертвовать для костра, одну, чтобы этот, как его, возжечь костер. Так, обратите опустошение. Могу помочь. С чем? С развалом босса? Так, ну вот. По этому моменту мы восстановились, короче говоря. Попробовать выносливость, что ли, качнуть. Не хватает, на десятку. Ловкость, сила, да, мне тут ни на что не хватает. Понятно. Еще дальше. Лекса ТР. За тобой бегать. Блять. Все как-то не в попад. Вот серьезно, блять. Еще один уебок, нахуй. Нет, пиздец. А у меня человечности нету, пошел нахуй. Ага. И вот костром я воспользоваться не могу. Замечательно. Иди сюда, пидор. Понятно. Ну и нахуй эта механика нужна. Вот нахуя. Как ты ебантизм просто вообще. Чтобы что, нахуй? Души все на месте. Я так понимаю, я бы еще и человечность назад свою получил тогда, если бы я от этих воришек не подох. Да и похуй. Ну серьезно, это самый уебанский момент, наверное, в игре пока что. Просто какое-то хуй путалось. О, босс, да? Большая крыса. MR.Toasty. Причем тот же дурак прибежал. Думаешь? А по-моему какой-то другой. У того вроде меч двуручный был, а у этого молоток здоровенный. Ля, сколько крыс. Сколько крысюк. Так, стой.
чуть не забыл. Надо напялить колечко. Колечко, колечко, кольцо. Вот это. Только вот это. И потом давать крысам пизды. Сейчас мы, кстати, здесь человечности на фарме. Ну, по желанию. Вообще типа без проблем. MR.toaster. Не у того тоже кувалда. Да. Не, ну согласись, механика ёбнутая до мозга костей. Просто каждые 15 минут тебе кто-то дает пизды, ты теряешь типа все. Ну, можешь потерять все. Не знаю, я пока не уверен насчет потери человечности, как бы, на душе все восстановились. Ты типа каждые 15 минут можешь получать унижение, нахуй. Зачем? Я все думаю, эти пятна на меня падают, нет? Лишь бы большой крысе дать пойти пизды. Ну тут они вообще на изи как-то кладутся. На мосту у меня больше было с ними проблем. Ключ от канализации. О, какая. С одним глазом. Ништяк, братиш. Пойдем, дадим ей пиздюлей. Хули делать? Душа безымянного солдата. Это, наверное, путь к крысе, да? Да пойдем, че? Кольцо на мне, как бы. Нет, слушай, тут маг тусуется. Маг уже подох. Сейчас и крысы улетят. И все как бы. А я думал, я к боссу какому-то иду. А как до крысы тогда? Может назад вернуться? Лекс ТР. С другой стороны, если игра была бы просто сингловая, то популярности вообще не было. А так ощущение, что ты не один в этом темном и пустом мире. Думаешь, прямо из-за этого популярность, то что она хотя бы немножко онлайн? Я вот думаю то, что тут большой осколок титанита. Я думаю то, что популярность скорее ей больше принесла сложность. Типа ты типа можешь от любого моба подохнуть. А не вот эта вот ёбнутая механика, когда тебе просто каждые 15 минут какая-нибудь падла бортуется, короче. Ты можешь, и ты сразу же ваншотом отъезжаешь. Блядь, надо походу назад возвращаться. Я не знаю, где крыса эта, блядь? Я хочу ей дать пизды просто. Я негодую просто из-за той механики ебанутой. Я должен на ком-то отыграться. В башке просто не укладывается, как и нахуя. Так, тут прыгать надо. С перекатом. Я сейчас, короче, вернусь, и там спуститься надо будет. По лестнице. Там будет крыса, скорее всего. Вот этим ключом мы ее сейчас откроем. MR.toaster. Непопулярность не из-за того, что тебя каждые 15 минут рандомный чел убивает. Бред чистый, да. Концентрированный бред. Так вот, и я о чем, то что, ну как? Так и нахуя? Блять, я забыл, короче, где добраться до вот этой лестницы. Угу. Короче, надо кляксы опять разваливать, походу. Давай, иди сюда. А если их просто пробежать?
Да, нормально. Ну, они хоть и поебались, но можно вот полупить их. Так чисто от нихер делать. Полупил. О, даже двоим сразу можно присунуть. Да их хуй на тех двух. Где-то тут должна быть такая решетка с кирпичами. Ой, кирпичами. Может быть тут? Тут нахуй все одинаково. Че? Вверху, спасибо. Вот. Бля, так я назад вернусь. Лекса ТМ. Для некоторых эта игра просто ПВП, так что не уверен. Давай хоть качнемся. Бля, хоть убей, не помню. Так, выносливость, сила. Давай ловкости, да, чуть-чуть вмажем себе. Чтобы вместо трех подач... У меня еще оставалось немножко удара на этот, как его, на защиту. Так, этих бледей мы пробегаем. Вот, 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 ты только тут спускаешься. Вот, я вспомнил. Дерьмо это. Вот крыса. Вот крыса. Сейчас мы ее, блядь, да, по идее, должны откупорить. С этой стороны не открыть. Твою мать. Может, ее, блядь, через этот? Нет, не получится. Значит, надо ебать дальше по этим катакомбам. Вот и все. Вот, как говорится, и вся любовь. Вот, полупим крыс. Пособираем человечек. Костерок я тут прокачал. Все, никого не осталось. Пошли дальше. А как тогда городу нежити попасть? Получается, через этих, там, где у нас драконы в лесу были, синие, когда ты спускаешься вниз, по идее, они там. Прокаженный город. В прокаженном городе, короче, если шарить, там можно много ящерок для прокачки оружия с фарми. Ну, мы туда потом пойдем. Сначала вот это вот пижня. Давай, наверное, во вход. Вдруг не получится прыгнуть вот так вот. Посмотримся. Угу. Маг исчез, крысы остались. А че не нападаем? Не было бы кольца, они бы давным-давно меня уже траванули. И я бы уже насасывал, наверное. Потому что обычное отравление, но это где-то примерно минус 8 фляг, а то и больше. Хуй знает. А, это получается, ты спускаешься по лестнице, оказываешься вот здесь. Это типа короткий путь. Я понял. Блять, прицепилась, сука. Давай, оп, до свидания. Душа безымянного солдата. Угу, там еще ниже.
О, и крыса. Здрасте. Я не думаю даже, что это босс. Я думаю, это просто какая-то хуйта. За две подачи крыса улетает к хуям собачьим. Плюс человечек. Мы не будем ее использовать, опять же. Только при необходимости. Вот, как говорится, и вся крыса. А шуму-то было, ебаный смешной. И получается, да, я тут с обратной стороны просто обошел. Туда я, конечно же, падать не буду. Ну как интересно того чувака собрать? Может быть, потом как-то проходишь. Так, вот. Кстати, я чуть не пизданулся. Семен Семенович, я бы улетел в великую обитель. Хотя, может быть, мне туда и надо вообще. Не знаю. Или это подстава, короче. Блять. Пятно не наебнуло. Крадется зловещий за мной. Баста. Так. Ну и чего? Ну и куда? Угу. И обратно вышел сюда. Да что, мне получается вот в эту дыру надо падать? Блин, цикот наебать его. Ну там дно. Как вариант. Заебись. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Жабы жесткие, кстати сказать. 241 за одну жабу. Неплохо, блин. Питательные. Эх, не достал. Подождем, подождем. Хуевенько их видно. О, мистер Крабс. Все, он умер. А что с него дает? Обобрать человеч. Ебаса случай. Так. Я еще куда-то поднимаю. Большая душа. Бля, у меня, наверное, столько душ, там, наверное, можно тридцатник запросто, наверное. Захуярить себе. Здрасте. О. Давай, давай, давай. Мы сейчас всех этих жаб, наверное, выманим. Угу. Замечательно. По-моему, они сильно травят вот эти жабы. Жабы. Угу. Вот так вот. Да. Это не дает им раздуваться. Если вовремя пиздануть. Но это чревато отравление. Поэтому аккуратненько надо их ебать. Потихонечку. Вот еще какой-то проход. Угу. Кольцо злого глаза. И чё, и чё? Это за кольцо такое? Да-да-да-да. Поглощает здоровье павших врагов. Это типа регенерация? Что-то я сомневаюсь. Ну, тупо такого быть не может. Это было бы слишком просто. Но мне все равно других колец пока не надеть, ну. Типа третьего слота нету. Мне нужно обязательно одно таскать хавало кольцо. А второе это я, да? Другого не дано.
Че это такое? Блять, на елку похоже новогоднюю, как будто. Кристаллики какие-то. Ай, ай, ведь было не было. Ты нашли на ее пинаешься? Назулькой своей машет. Чуть не опиздюлился. О, здрасте. Сейчас мы тут. А это, кстати, как враг не отмечается. Угу. Ну, пошли сюда. Душа. Вот, что это такое? Это типа стеклянный человек какой-то. Маленько подзапутался, но в принципе пока ведут только вот у меня две развилки. Там наверху и вот здесь. Ой, блядь, я вот не заметил. Какая-то жирная мега-крыса. Угу. Стоит, что-то ждет меня, походу. Я ее не добил, что ли, или это вторая вылезла? Походу вторая. Давай вот как-то так. Угу. Угу. Понятно. Скорее всего, если этот коридор, блядь, не заканчивается, то лучше бы надо, конечно, было поверху пройтись. Ну, ладно, раз уж так идем, значит так идем. Канализация нет. Вот, еще крыса. Блядь, то вверх, то вниз. Ты чё мне мозги-то делаете? Вот здесь, по-моему, да, какой-то чувак сидит. Вон он там. А там по прямой босс будет. Блять, пятно. Под крылось незаметно. Давай-ка мы туда вот сбегаем. Вот кто самый закуток? Чуть-чуть придется по-быстренькому назад вернуться. А вот здесь. Потом сюда. Наверх. А еще выше. Вот сюда. Направо. Да. Вот это дело меня интересует. Что это за проход такой? Свидание. Я там был внизу. Давай теперь наверх сходим. Посмотрим, что там. Угу. А вот тут, скорее всего, тоже можно ёбнуться, да? Блять, я ёбнулся. Но я, в принципе, понял, где я нахожусь. Сразу же. Потому что более-менее изучил. Давай наверх. А, вот сюда. Надо умудриться на маленьком пятачке сделать поворот с... бег с перекатом, блядь. Бег с перекатом и прыжком за ним. Но сдается мне... Ну, я еще раз попробую, но, по-моему, так не получится. Это, скорее всего, замануха, и надо с другой стороны обходить. Потому что это делается вот как... Сначала без рюкзака, а потом... Нет. Как же я делал-то? Я так через крышу прыгал. Надо вот именно, чтобы прыжок был.
Так, и вот. Блин, а чё не прыгает-то? Может тяжелый, блядь, типа поэтому. Ну-ка, сейчас попробуем раздеться. Вот так. Вот так. Во. Сейчас попробуем так достать эту шнягу. Лекс, это. Блядь. Зажимаешь и потом еще раз нажмешь. О, точно. Я вот даже такие нюансы подзабыл. Сейчас будем тренить, ёпта, закреплять, так сказать. Прыжок веры этот. Ну, через решетку эту душу можно забрать. Да, ёпта, прям туда. Так, тогда получается, надо разгоняться прямо вот с этого поворота. О, вот так. Норм. Человечек. Ну, ёптич, как он. Я дольше бегал. Хотя, наверное, она где-то и пригодится. Напяливаем обратно все вот эти вот свои маскарадные штучки. Кстати, вот этот вот капюшон полового вора. Да, он вообще ни о чем. На штанишке у меня сейчас хватает, интересно, мощи-то. Нет, он, блядь, как говно прыгает просто. Я хотел штанишки с трусишками, всех дел. Нет. Юбка полувыйти. С голожопой. Ну такое себе, ради плюс один защиты, но, наверное, там минус все остальное. Не вижу смысла. Так, еще балдерский доспех. Я буду вот это делать, одел. Доспех полого солдата. Надо выносливости покачать. Доспех полового воителя. 4, 7, 6, 5. Ну, допустим. Какая разница между ними? А, да, никакой. Я наоборот просаживаюсь по статам. Полового вора. 21 плюс. Что там еще? 21, 20, 13, 18. Странно, что ты броню мага и вора не нашел. Угу. Я не знаю почему. Вора я нашел. Вон, видишь, доспех полового вора. 21, 20, 13, 18. А он просаживается по статам, чем мой. Вот, просто если его одеть. Как-то. Так, потом вот так. Вот. Вот видишь, херня. Херня. Этот мне по весу не подходит. Подходит этот, но я тупо просаживаю по всем статам вообще. Так что, кроме дефолтной своей брони, пока мне надеть нечего. Надо выносливости покачать. Либо шапку снимать. Надо что-то забавное. У меня защита хорошая. Так. Отсюда надо вот сюда ебашить. Кстати, сколько вообще там шапка-то весит? 8 килограмм. Но, допустим, вместо шапки я, короче, могу вот какой-нибудь доспех одеть. Но это такое себе. К примеру.
Мы тоже маленько приторможены. Можно вот типа шапочку вот такую. Как смерть косой, ебать. Либо не рыцарский, допустим. Давай посмотрим вот как-то с... черный кожаный. Балдерский. Он десятку весит. Этот 11. Балтовский подходит больше. Он все равно очень медленный. Хотя мне, по идее, торопиться некуда. Ладно, давай так побегаем. Похуй. Хоть до гола вообще. О, а что это они такие вот? Такие стали. Может, это надо ебнуть? Да. А что они кристаллизуются-то все? Видимо, что-то случилось. Крыса. А чё она такая мелкая? Я уже привык к мутантам. В принципе, если сейчас здесь какой-нибудь костерок то появится, почему бы его не разжечь рядом с боссом как раз? Потому что вот где-то тут прямо босс должен быть. Я что-то такое припоминаю. Читаем надписи. Кратчайший путь впереди. Это у нас срезка какая-то. Ее мы можем открыть, почему бы нет. Случаи бывают разные. Это у нас... Ага. Лестница, крыса, понятно. Изучил, короче, более-менее уже эту локацию. Кто к чуда, к чему. По сути, это коридор, как бы, но только с двумя-тремя развилками. О, здрасте. Здрасте, Настя. Да ты, блядь, не на то агришься-то, чувак. Вот так. Да. Бам. Бам. О, даже две. Сразу его зацепил. Понос и эйфория. Готов. Кстати, что-то человечность из крыс не падает, хотя... Типа ее фармить можно. Не падает. Я видимо оружие не вышел, чтобы человечность не всыпалась. Так. Ну не все ж так просто. А тут? И тут нихуя. Разводят, суки. Угу. Будет сейчас здоровенный босс вот тут. Это стопудово. Толстяк. Это я толстяк? Это ты толстяк? Я должен, наверное, что-то снять, чтобы тут протиснуться. Ну, чисто для эксперимента. Вот так. Угу. Пулюшки. Лекса ТР. Может, человечность активируешь по-братски? Давай, сейчас. Ты хочешь со мной с ботом попадаться? Там. Ой, не туда. Я алебарду не туда запихнул. Балдерский. Да, вот щит. Черная улица. Он, наверное, тоже прилично весит. Да и алебарда тяжеленько. Лекса ТР. Босс изичный, но хп много. Угу, я понял тебя. Потрещим, кто это такой? Приветствую тебя и хорошего тебе дня. Я Дом Налда, можно сказать, что я торговец. Я обожаю амулеты и диковины, готов меняться на них. Просто поговорим.
Боюсь, я ничего здесь не вижу. Золотая смола. Бездомная шкатулка. Доступ предметом у костра. Я не знаю, говорили типа то, что ее надо покупать, но а нахрена, я так и не понял. Что значит позволяющая получить доступ к предметам у костра? Каким именно предметом? Хуй знает. А, прямой меч кристалла. Большой меч кристалла. Кристальный щит. Кстати, он лучше, чем... Но у него все остальное по нулям. Он типа чуть-чуть побольше дает защиты. Лекса ТР. Туда вещи можно лишнее сложить. А тут получается инвентарь конечный? Типа потом скоро место закончится, да? Угу. Тогда можно, ну понятно, ты берешь шкатулку. Лекса ТР. И все, кристальные ружки нельзя починить. Тут скажи мне инвентарь. Лекса ТР. Инвентарь бесконечный. Бесконечный. А тогда какой прикол складывать все в шкатулку, которая стоит косарь душ? Пускай типа это все у тебя будет и все, это же никак не меняет положение. Падение впереди. Впереди босс или падение? Или ты к боссу здесь падаешь? Ну-ка. Скажи-ка мне, Алексей. Если это путь к боссу, то тогда я давай тебя призываю. И пойдем дадим ему пизды. Я могу сам, мне без разницы. Как бы пуха у меня достаточно прокачанная, чтобы... напинать ему по жопе. Единственное, что тактики я не знаю, поэтому возможно придется еще раз бежать из-за этого. Лекса ТР, там новая локация. Угу. А босс-то где? Он же вроде здесь должен быть, разве нет? Она заперта. Ну и все. Я рассчитывал на босса, кстати. Да, это даже не проход. Так, отсюда ты поднимаешься наверх. Крыса. А тут получается больше ходов-то нету. Нет, стой, подожди. Вот здесь короткий путь. Да, но я и тут тоже был, по-моему. Да. Угу. Вот тут проходишь. Я вот сюда же не проходил. Как-то бежать надо вниз. Лекса спуститься. ТР. Босс прям рядом под крепостью. Да, вот он. Он вот тут будет, да? Вот куда я смотрю, вот где расщелина, он, по идее, там должен активироваться. И еще ты мне скажи, ты там находишься? Ну, типа, чтоб тебя активировать. Послай солнце. Нет. Печара. Лекса ТР. Буду у костра. А, там еще и костер, короче, да? Ну, давай я тогда сейчас пробегусь. Посмотрю, что тут к чему. Вот. Плюшечки всякие пособираю. Тяжелый арбалет, тяжелый болт. Угу. А, я так понимаю, мне нужно будет возле костра, возле босса, короче, да? Сожрать
А, подожди, уже босс. А где костер тогда? Где мне тебя искать? В самом-самом начале катакомб? Там, где дохуя капли этих висит. Ну тут, кстати, недалеко, вообще недалеко до костра. Я вспомнил, как бежать, только... Лекса ТР. Помнишь, дверь открыл? Вон да, туда. Я помню. Я вспомнил, короче, где тут что находится. Скажи, мне нужно сожрать, короче, перед призывом, мне нужно сожрать одну человечность, да? Как наверх отсюда подняться? Или это, блядь, билет в один конец? Тут где-то должна быть лестница. Но ее нет. Была же лестница. Я же сюда как-то спускался. Вот одна. А, блядь, вон там вторая. Упнул до звона. Этот Миядзаки, блядь. А нет, нихуя. Толстяк. О, сюда. Где крыса на меня пырила, короче, через решетку. Я сейчас там выхожу, буквально два прихлопа, и я возле костра. Там единственное, что чувак еще выше. Ну а тут костер. Там кляксы за спиной висят. Костяшками брякает, забавно. Так. Давай, жрем человечность, я так понимаю, да? Для начала. Потому что костер у меня разожжен. Тан-тан-тан-тан-тан. У меня ее, кстати, 7. Да какой? У меня ее, кстати, больше, чем 7. Используй. Одну. Так. Угу. Никакого призыва я не вижу. Я уже забыл, как это делается. Опять. И опять основа. Дальше что? А, нужно мне топать к боссу, по идее, да? Мы же там встретились. Мне надо теперь возвращаться к боссу, и там будет, короче, мелком нарисовано. Не возле костра. Возле костра никто не респавнится тебе. Ну, в смысле, ты не можешь призывать вокруг возле костра. Лекса ТР. Обратить опустошение. А, ну да. Вот, обратить опустошение. Поднести, обратить. Все. И теперь мне надо чесать к боссу. А, нет, смотри-ка, тут тоже какие-то есть надписи. Нет. Топор не нужен. Вот. А почему тогда возле того костра нельзя было призывать? Как это, блять, работает? Тебя могут убить просто так. Какие-то моменты работают, какие-то нихера. Пойдем. Слушай, а тут получается теперь открылось.
Значит, босс теперь здесь находится? Или он там все-таки? Значит, там. Я понял. Да хер бы с ними, с этими каплями, блять. Пошли к боссу. И получается, что другая локация открывается после того, как ты босса завалишь. Выходит так. Все, помчали? Помчали. Так, оценочку-то глянем, да? Эту я еще не видел. Каракатица, короче. Я понял. Видел я эту каракатицу. Ну, тактика, как обычно, зайди за жопу, да ебну как следует. Красота-то какая. На крокодила похоже. Крокодилы ходят лежа. Но еще и крылья есть. Серьезно. Сначала, я так понимаю, надо ей по хвосту, да, ебаш? Куда-то в этот район, только зайти на него надо. Да. И агриться она, естественно, будет на меня. Давай. Блять. Как бы ей пиздануть-то? Прикольно. Прикольно, ё. Прилетело мне тут маленько. Не попал. Да-да-да, вот эту ляжку надо и пинать, короче. Сейчас зарубим. Хрена. А как я подох-то? Наебись. Я так понимаю, мне опять надо человечность, обращение и так далее. Он же там явно один не остался. Лекс ТР. Блин. Давай еще раз. Я вообще не понял, как я отъехал. Что за хрень? То ли она прыгнула на меня, то ли я куда-то попал, я не знаю. Лекс ТР, я тебе скину человечность. Ну, вот, хорошо. Так, я обратил. Смотрим, кто тут есть. Нет. О. Помчали. Ну, этот хотя бы, блин, с трех подач отлетает. Он жирный как раз. Нормально. По этому какого. Ну, видишь, мы вдвоем бежим. Так как мы вдвоем бежим, у него жира еще больше. Один, наверное, когда ты в одно проходишь, он все-таки как-то должен побыстрее все равно укладываться. Ну так-то прикольный тоже. Хорошо то, что жируха попалась.
чмяк. Ну, чё, пошли, пошли. Забираемся. Пропуск. Так, я эту катсцену посмотрел. Ага. Короче, эту гниду надо вот по последней ляжке пиздить. Ну или по хвосту. Она быстро передвигается. О, обрубка. Я такое ощущение, что я ей под обрубок как-то попал, и у меня все жизни, блядь, снесло. Вот еще херово то, что я только к ней подхожу, она сразу же улетает. О, норм. Только у меня стамины нету ни хрена. О, восстановился маленько. Эх, в сторону, в сторону. Пизду, я полечусь. Да норм, ща размотаем. И осталось-то пару подальше. Хорош. Все, до свидульки. Ключ от Черного города. О, наконец. Только таким макаром. Двойная человечность, косточка, возвращение, медаль света. Не, ну в принципе я две человечности потратил, чтобы, скажем так, встретиться. И две мне дали, так что норм. Можешь не возвращать. 25 тысяч это падла мне обошлась, кстати. Неплохо, слушай, 25 штук дали. 30. Обычный шлем, прочный кожаный доспех, прочные кожаные наручи. Давай глянем, что это такое. Сколько вообще это дело весит? Прочный кожаный доспех. Ну, блядь, он во всех статах опять проседает. Но веса поменьше. Удар, резкий удар. Можно, в принципе, вот прочные кожаные доспехи себе напялить, либо вот как-то так бегать, короче. Обычный шлем, да, вот вместе с ним, по-моему, упал. Маска вора. Ну, я думаю, сет волшебника мне, в принципе, не пригодится, нахер нам. Капюшон восьмера. Но он весит меньше. Почему дело? Это 14. Давай попробуем. А что там? Черный кожаный доспех. Доспех элитного. Прочный кожаный доспех. Прочные кожаные наручи. И кожаные сапоги. Юбка. Вот он. Допустим. Но это притормаживает меня. Надо что-то снимать. Где у нас тут? Балдерский. Потом черные кожаные перчатки 3,5. Ту-ту-ту-ту. Ну, слушай, как вариант. Можно и перчатки потаскать, они самые легкие. Ну-ка, вот так. Чуть-чуть бы побольше, наверное, скорости. Давай мы капюшон этот денем. Вот так. Ну такое тоже себе.
принципе, можно на сегодня закругляться. Ну, тут что-то можно взять. Что это такое? Человечник. А, ну спасибо, Лёх. Все-таки решил, да, должок вернуть. Послать солнце. Да, давай, наверное, короче, к сохранению. Я так понимаю, это у нас проход к черному городу. А это вообще даже не проход. Город тоже придется поискать, короче говоря. Так что давай, на сохранение, короче, дуем. Ага. Я даже, кажется, вот там ты, там, где ты говорил, то, что новая локация, скорее всего, там и черный город находится. Я думаю, может, выносливости себя качнуть, чтобы получше напялиться. Лекса ТР. Крутой стрим. Давай, покер. Давай, счастливо. Сейчас, короче, я, наверное, качнусь. Качнем мы, наверное, выносливость. Выносливость же, правильно, у нас помогает больше тащить шмоток, тяжелее вещи. Силы пока хватает вполне. Силу можно не качать. Ловкости двадцатник. Ну, я не знаю, чуть-чуть если в здоровье вложиться. Давай, наверное, один пунктик здоровья мы добавим. Вот так. Три миллиметрика добавилось, как бы, ну похер. А, выносливость, ловкость. Почему-то вот тут не напишется пояснение. Не то. Вот выход. Не отображение. Ладно, ничего, наверное, пока качать не буду. Надо уточнить этот момент. Что мне позволяет много шмоток носить, тяжелых. Я так понимаю, что... Все ближе к тому, что собирается сет рыцаря с алебардой и мечом. Ладно, ребят. На этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, поддержать. Если хотите канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока.